გამარჯობა არ მოგვიშალოს ღმერთმა, სრულიად საქართველოს. გისურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას, ყოველ კარს და კეთილს, თქვენ და თქვენ ოჯახის წევრებს. Я приветствую всех достойных людей во всем мире и желаю им мира, здоровья, счастья и всего благого вам и вашим семьям. Сегодняшняя моя тема касается того лицемерия и паскудного проявления от некоторых наших врагов, которые просто-напросто участники вражды и в убийстве грузинского населения, участники выгонения этого народа из своих исконных земель, из своих домов, предков. Но сегодня эти люди посещают Грузию без стыда и совести перед грузинским народом, не принимая свою вину грузинскому населению, грузинскому государству. И сейчас они заходят в Грузию и нам дают, и нам читают лекции о дружбе и о братстве. И некоторые позорные люди из моего народа этих негодяев просто-напросто принимают и даже слушают и хлопают им. Но при этом ни один из них не задаст ему достойный вопрос о тех проблемах, которые в данный момент есть у грузинской стороны и у враждующих сторон. Просто им нравится, когда им красиво доносят о каком-то дружбе, о каком-то начинании с нового листа, но при этом ни один из них, вот этот позорный некий человек из моего народа, не задает этим негодяям и паскудным людям нужные вопросы, на которых просто у них нету ответов. Но при этом их принимают, их слушают, им хлопают. В то время, когда они нам проводят лекции о дружбе и о братстве, и о взаимоотношении между народами, и о том, что надо начинать с нового листа. А новый лист начинается после того, когда некая сторона признается в своем вине, извиняется и исправляет испорченное им когда-то. Да. Я очень сильно устал от этого. Я лично не устал от врагов. Я лично устал от таких позорных грузин. От моего правительства, которого нет. От продажных грузин. Кому вы хлопаете? Сегодняшняя тема касается одного из участников в войне в Абхазии. На стороне России он очень известен в кругах, в интернете. Он не был простым добровольцем. Он был командиром одной из кабардинского полка. И он лично расстреливал и убивал грузинское население. Давал об этом приказы и команды. И этот сейчас паскудный человек с легкостью заезжает в Грузию, не видит за собой вины и проводит нам лекции про дружбу и про отношения. И я этого негодяя вывел на чистую воду. Давайте сперва посмотрим его лицемерную и паскудную лекцию о дружбе и о каких-то отношений близких. Давайте смотрим. Я приветствую всех. Очень рад, что я снова в Тбилиси. Последний год я часто приезжаю и скажу откровенно, мне очень приятно.
сегодня, как и было всегда в истории, Северный Кавказ, особенно черкесы, очень пристально и всегда с надеждой смотрели на Тифлис. Он тогда был для них центром. Центром науки, центром искусства, центром политики. В более ранние времена даже в военно-политическом плане были очень большие связи. И все это за последние годы было утеряно. Я должен сказать, что за этот период про Тбилиси, Нальчики очень много и очень часто вспоминали. Потому что самая лучшая интеллигенция, самые лучшие деятели искусства, которые у нас сегодня работают в Нальчике, они все учились именно в Тбилиси. Недавно я разговаривал с художественным руководителем ансамбля «Кабардино», который сказал одну очень интересную фразу. Мы ездим по всему миру. Мы даже и в Париже бываем, и в Америке. Но нас в первую очередь интересует именно Тбилиси. Он интересует по причине того, что мы для французов и американцев просто экзотика. А вот язык нашего танца, философию нашего танца могут понять только там. И у них есть очень большое желание восстановить эти взаимоотношения, приехать в Тбилиси и показать себя и послушать то, о чем думают про них в Тбилиси. А Джугерей Готлицкий для нашей истории и литературы внес и оставил неизгладимый след. Особенно сегодня я немного, мне повезло поговорить с ее дочерью, и она мне сказала очень удивительную фразу, которая меня поразила. Его сердце остановилось от радости. Это я ее процитировал. От радости того, что он встретился с родиной, от радости того, что он увидел на родине, и как к нему отнеслись. И мы просто не имеем права забыть про все это. Мы не имеем права придать забвению эти чувства, эти взаимоотношения, которые чувствовали и которые ощущали те, кто были впереди нас, наших старших. За все эти годы и в истории Кабарды и Грузии никогда не было никаких проблем, за исключением войны в Абхазии. Война в Абхазии была трагической ошибкой. Она была трагической ошибкой не только для северокавказских народов, для Абхазии. Она была трагической ошибкой также и для Грузии. В этой войне погибло много людей, которые могли бы стать цветом нации. Всех наций. И наша задача, чтобы этой ошибки не повторилось. Этот вопрос должен был быть решен мирным путем. Но тогдашние хозяева жизни так решили. Они приняли такое решение, и мы были поставлены в такое положение, где мы чуть-чуть себе горло не перегрызли. Мы не можем повторить этих ошибок. Прошло уже 20 лет. Мы должны сделать соответствующие выводы из всего, что произошло. Отдать им достойное уважение и идти дальше. Нам крайне необходимо восстановить былые дружеские взаимоотношения. По причине того, что все наши народы, особенно северокавказские, находятся в очень тяжелом положении. Ситуация, которая там сейчас есть, она близка к катастрофе. Потому что гибнут лучшие молодые люди. Все, что там происходит, это проект, направленный на то, чтобы каким-нибудь образом выявить цвет нации и ее уничтожить. За последние 7 лет
начиная с 13 октября 2005 года в Кабардино-Балкарии погибло свыше 2000 молодых, талантливых, здоровых ребят. Большинство из них кабардинцы. И нас это очень сильно удручает и заставляет думать о многом. Взаимоотношения между народностями, особенно с Абхазией, у нас сильно осложнились в силу ряда причин. Скажу откровенно, все эти 20 лет после военного периода я как-то чувствовал себя победителем в той войне и был очень этим горд. Год назад, волей судьбы, я попал в Тбилиси. Мы попал в черкесский центр. Много о чем поговорили. У нас появился доступ к многим материалам. И когда мы серьезно, в общем, прообщались, мы пришли к выводу, что ценности, ради которых мы все эти годы жили, надо переосмыслить. Скажу откровенно, я перестал себя чувствовать победителем. Я реально начал ощущать, что мы эту войну реально проиграли. Проиграли России. То, что я сейчас вижу в Абхазии, я скажу откровенно, это не то, ради чего воевали тогда те люди, которые были там. Это не то, ради чего было пролито столько крови и столько жизни. И мы не имеем права не сделать из этой трагедии соответствующих выводов. Мы должны донести это обязательно для наших потомков, чтобы они никогда не повторили этой роковой ошибки. На сегодняшний день наши взаимоотношения начали налаживаться благодаря черкесскому центру. Тбилиси для нас, для черкесов, реально стал окном в мир. Скажу откровенно, мы об этом мечтали в Абхазии, но этого не случилось. И может быть есть какая-то ирония судьбы. Окно в мир, о котором мы мечтали, мы увидели именно в Грузии. Есть у нас небольшая форточка через Россию, но она жестко контролируемая и в определенных рамках. К великому сожалению, на сегодняшний день ситуация в России и отношения федерального центра не только к Кавказу, к Черкесам, но и ко всей провинции можно назвать одним словом. Это отношение метрополии к колонии. К великому сожалению, Россия не смогла пройти этот период, не смогла интегрировать и нормально создать общую семью для всех народов, которые жили тогда в Советском Союзе и до него. Советский Союз развалился. К этому сейчас идет и Российская Федерация. И в этих жестких условиях мы реально ощущаем, реально видим, что именно в Тбилиси, именно потенциал, который есть в Грузии, может нам сегодня помочь выжить в этих сложнейших условиях. И черкесский центр, который был создан в Тбилиси, для нас стал очень важным местом для осмысления и решения наших больших проблем. А у нас их очень много. И если мы в ближайшее время не найдем выход из этой ситуации, я думаю, что станет вопрос существования и нашей культуры, и нашего народа. Мы здесь реально ощущаем братскую руку Грузии. Через сотрудников черкесского центра мы за прошедший год очень серьезно сблизились, была проведена очень большая работа. Искренне хочу поблагодарить сотрудников. И когда мы в Начике рассказываем, что в центре Тбилиси есть большой центр из 10 комнат, и там
на государственной довольствии работают сотрудники, которые занимаются именно нашим черкесским вопросом, многие просто в это не верят. Как после всего, что произошло, как такое возможно? Но именно по инициативе Грузии, именно после того, как после всего произошедшего инициатива проявила Грузия как уже свершившее самостоятельное государство, сделала возможным такой шаг. И мы очень надеемся, что этот опыт, эта работа, это деление истории, которое у нас всегда было, оно будет продолжено. Взоры прогрессивной части черкесского общества сегодня реально смотрят на Тбилиси. Конечно, есть у нас и определенная часть, которая привязана к Москве. Общественное мнение черкесского общества неоднозначно. Здесь уже сказываются отголоски Советского Союза и того режима, который был. Я думаю, это есть не только в черкесском мире, но вы и по сегодняшний день здесь это ощущаете. Но я думаю, что история решит со временем все эти проблемы, и мы должны вернуться к своим истокам, и мы обязаны за это время восстановить ту культуру и те взаимоотношения, которые всегда были между Грузией и Кабардой. Спасибо за внимание. Вот вы услышали этого паскудного существа, которое дружбу несет как будто к нам и говорит ересь, что до Абхазии проблем с кабардинцами не было у Грузии. Были проблемы с кабардинцами и не только, и с черкезами. Если уйти далеко в историю, то набеги помнят грузинская история от ихних предков. Но суть не в истории. Суть в том, что сейчас этот негодяй от Грузии хочет. Они думали, что они если убьют грузин, прогонят их из своих домов, то Россия будет там нести процветание, и они будут независимыми, будут общаться с Европой и все такое. И они пожили 30 лет с Россией и увидели, что без грузин они ничего из себя не представляют. Что Россия туда лишь только принес разруху, но использовал их ради своих целей. Сейчас они это поняли, но они не поняли того, что надо обратно возвращать грузин. Они не поняли то, что Россия – это империя. Они не извинились перед убитыми сыновей и матерями. Они не признают Абхазию грузинской территории. Вы мне не верите? Тогда я сейчас вам покажу прямое включение, трансляцию беседы моего и вот этого паскудного, лицемерного человека, который, оказывается, несет дружбу грузинскому народу. И вы все поймете. Подключение было сделано одним из моего подписчика по происхождению русского, который всецело поддерживает грузинскую сторону. Потому что он признал, что он раньше думал тоже так же про грузин. Этот русский человек жил в Абхазии, но потом он перешел из Абхазии в Россию. И я, говорит, тоже так думал про грузин. Но потом я, говорит, начал интересоваться, я начал беседовать, говорит, с людьми. Я, говорит, не начал слушать телевизию, говорит, российскую, а сам, говорит, любыми путями в интернете, говорит, хотел узнать. И я, говорит, понял, говорит, что грузины не виноваты, что, говорит, они пострадали. И вот этот
русский человек, достойный человек, меня связал с этим лицемерным, паскудным человеком. Сейчас вы услышите его истинное лицо. Сейчас вы увидите его истинное лицо. То, что он туда плел, вот этим грузинам, которые не задавали ему правильных вопросов, а лишь только его слушали и хлопали ему. Вот его дифферанты. То вы сейчас увидите мою очень жесткую и эмоциональную беседу с этим негодяем, когда он с самого начала позволил себе агрессивно со мной беседовать, назвал грузин шовинистами, говорит, грузинский шовинизм из вас прет. На самый простой вопрос он так себя повел. Он получил от меня жесткие ответы, эмоциональные ответы. Я не мог терпеть лицемерие и паскудное его поведение. И на вопросы моего и этого русского человека насчет беженцев, и мой вопрос, чья Абхазия и так далее, вы увидите его сущность истину, его натуру гнилую, что он обманывает мой народ и при этом в душе считает грузин шовинистами, обвиняет Грузию, коверкает историю. И он такую ересь себе внесет, такую гнил и гной себе держит, но при этом обманывает мой народ. Давайте смотрим. Ну, рад вас приветствовать. И я хочу вам слово сказать, как бы, чтобы вы задали какую-то такую тему. Ну, я сперва... Карантина об отказе, да? Да, конечно, конечно. Я сперва представлюсь. Ибрагим имеет непосредственное отношение. Я знаю прекрасно этого человека и знаю его заслуги перед Абсуами против Грузии. Я прекрасно знаю, чем он занимался, кем он командовал. Я прекрасно это знаю. Я представлю со своей стороны, потому что я не такой известный был в Абхазии. Я простой солдатом был. 17-летним пацаном был, когда туда пошел защищать свою родину, Грузию. Часть Грузии, Абхазию. Территорию Колхиды, Егрисии и Мегрёдского царства. Ну, я начну с того, что я хочу представиться перед этим человеком, перед Ибрагимом. Я Деметре Кулумбегашвили, гражданин Грузии. Я ветеран войны Абхазии. Я там воевал, когда мне было 17 лет. Оттуда прогнали моих родственников, из исконных абхазов. Из Сухуми, Гудаута и Гагры. Их было 6-7 братьев-сестер. К тому же я там потерял брата. До сих пор его, не знаю, ни тела, ни могилы. Старшего брата потерял. У меня вопрос собеседнику. Зачем вы и ваш народ, черкезы, кабардинцы, так сразу решили прийти в дом Грузии, где жили все вместе и хорошо жили? И Абсуа, и Мингрели, Свани, все хорошо жили. Никто никого не ущемлял. У этого народа был огромные права. Мы их когда-то приютили от царской империи. Когда из царской империи гонял их из их аулов, устроил черкезо-адыгейскому, кабардинскому народу, устроил геноцид. А грузины их приютили, то есть народ, я говорю, который им дал кровь и плоть. То этот народ после этого всего доброго дела решили остаться в составе Советского Союза в то время, когда мы хотели независимости Кавказа, независимости Грузии особенно. И сразу этот народ поднял оружие, которое они давно-давно заготавливали еще 1950 года, и начали убивать своих недавних соседей, за чей столом они сидели, пировали. Я свое детство провел в Абхазии, особенно в Сухуми. И я видел за этим столом сидящих Абсуа, которые пили за братство, за историческую дружбу. Но вот такая нехорошая вещь. У меня к вам вопрос. Вот вы и ваш народ почему так резко решили не прийти нас помирить по кавказским мандатам, помирить двух людей, народ помирить, а сразу выбрали сторону России и пришли убивать коренное грузинское население? Вот вопрос вам.
Дмитрий, вы, я думаю, весьма некорректно поставили вопрос, вы слишком поражены вот этим грузинским шовинизмом. Это, в общем, аж до сих пор у вас прет. Мне очень жаль, что вы не смогли это переварить. Я, например, человек в Абхазии тоже не случайный. В вашем понимании я наемник, который туда пришел убивать и грабить. Вы в глубоком заблуждении. Если вам не удастся в ближайшее время вот это, в общем, так-то в себе, в общем, раздавить, то вы просто погибнете от желчи. Откровенно говоря, мне очень вас жаль. Я давно уже, в общем, прошел этот период, еще когда в своей молодости и весьма спокойно отношусь к этому, поэтому могу легко приехать в Грузию, где в свое время был парламентом Грузии, в общем, объявлен военным преступником. Мой род, абхазский род Маан, в общем, который был оттуда изгнан на Северный Кавказ. Но я не хочу об этом говорить, не хочу об этом, вот это все грязное белье ворошить. В Абхазии мы тогда молодые, целеустремленные, романтичные люди оказались по той причине, что грузинские танки пошли на Абхазию. И неужели вы не можете, в общем, как-то проанализировать и подумать о том, чтобы на Северный Кавказ не просто черкесы пошли, а все? Я видел несколько ваших клипов относительно ингушей и чеченцев, и самое большое подразделение было чеченское, их было больше. Были осетины, казаки, все были. Были по той причине, что мы тогда Грузию воспринимали как малую империю. В период Гомсохордия она претендовала на это. Если бы тогдашнее правительство, будем выражаться корректно, отнеслось бы ко всем народам нормально, с уважением, а не стали бы жестко строить унитарное государство и претендовать на вторую империю на постсоветском пространстве, я думаю, что никаких бы проблем не было бы. Если бы это была бы обычная ссора, как в 89 году, когда, в общем, в Сухуми стенка на стенку пошли, тогда же никто туда не ринулся, только несколько человек. Был такой Ибрагим Маужанов. Он в то время был студентом юридического факультета. Он погиб в первые дни, в общем, в Абхазии. На горе Мамзышка, это был первый кабардинец, в общем, который погиб во время войны. Он тогда ездил, встречался с Гамсахурдием, разговаривал, как-то пытались тогда все урегулировать, и никаких таких, скажем так, милитаристических проблем в это время не было. Они появились тогда, когда грузинские танки двинулись на Суху. И сейчас пытаться кого-то обвинять, что кто-то убийца, пришел кого-то, начал убивать, извините, это малодушничество. Надо отнестись с глубоким уважением ко всем погибшим из той и с другой стороны. Это была война, а не хулиганская пьяная драка. Вы не путайте эти вещи. Войну надо уважать. Это была необходимость. Даже Чингисхан не мог просто так от тоски дать команду и пойти на войну. Чтобы война началась, необходимо было, чтобы сама обстановка общественная к этому подвела. Война – это не чья-то прихоть, это общественная необходимость. И по всей вероятности, эта война нужна была не только абхазам, но и грузинам, чтобы осознать себя, чтобы почувствовать, чтобы как-то очиститься. Когда империя доходит до какого-то пика, она обязательно натыкается на эту войну. Бог, в общем, посылает эту войну, чтобы привести в чувство. Привести в чувство всех, и ту, и другую сторону.
по той причине, что если сейчас копаться в этом белье, можно найти обвинение и той, и другой стороны. Перед войной, я, в общем, как раз в мае месяце я был в Абхазии, у меня даже был медовый месяц там. Был фестиваль, где я принимал участие, все было красочно, красиво, я оттуда вернулся, и ровно через 20 дней началась война. И исключительно, я уже не говорю о политических аспектах, о ситуации, элементарно, согласно чести и достоинства, я не мог туда не вернуться. То есть нас, молодых людей, поставили в это положение, что мы по-другому к этой ситуации уже не могли относиться. Сейчас, когда это прошло, я не отказываюсь от своего участия в этой войне. Я чту эту войну и чту всех своих друзей, которые погибли. Но я хочу закрыть эту страницу, сделать соответствующие выводы и пойти дальше. Я смотрю, все мои бывшие абхазские друзья и знакомые, они до сих пор боятся Грузии. Какая-то истерика, они не могут это преодолеть. Отнестись к этому общим с уважением они не могут и постоянно разводят истерику. Мне несколько раз писали несколько, в общем, грузин, в общем, которые даже с угрозой, вот вы там воевали и когда-нибудь вы за это, в общем, заплатите. Извините, я хотел бы спросить, а чем они лучше русских, чем они лучше Русской империи? Давайте вспомним русско-кавказскую войну, когда здесь, на Северном Кавказе, зверствовала грузинская, в общем, полиция. Сколько грузинских офицеров здесь, в общем, воевали в русско-кавказскую войну. Мы прекрасно помним, когда русские трактовали друг друга, не перебивать, я вас буду слушать. Знаете, почему говорим? Я когда могу... Давайте друг друга не перебивать. Нет, я хочу донести до Максима. Я когда... Давайте мы это донесем, в общем, получше. Максим, я вас слушаю, я тебя выслушаю. Я к Максиму обращаюсь, если можно. Не перебивайте его сейчас, пока. Я просто, я не знаю, на какой вопрос ответить. Человек задал несколько вопросов. Я боюсь... Я вопросов не задаю. Обвиняйте. Обвиняйте или что делаете? Нет, я просто рассказываю своим мыслям. Заметьте, вы кричите, во-первых. И не надо кричать. Смотрите, я спокойно с вами разговариваю, без поднятия головы. Нет, вы кричите, поэтому давайте, если хотите уважения от собеседника, от меня, то давайте тон убавьте и донесите до меня свое. Я извиняюсь. Донесите до меня ваше мнение, но без поднятия тона, потому что не забудьте, что я вас такой мужчина. Хорошо, извините, я просто завелся. Да, вы сами показываете свою агрессию. Так что давайте, не надо, да? Давайте, я вас слушаю, продолжайте обвинять грузин. Давайте, мы прекрасно помним и про Георгиевский трактат, про все это. Но мы это все отложили в историю. Мы отложили это все в историю, это история. В истории много было разных моментов, хороших, очень плохих. Мы прошли это, сделали соответствующие выводы. И сейчас, я неоднократно об этом говорил, если бы по сегодняшний день осталась бы Грузия, Гавсахурдия и Шеварнадзе, наверное, бы мое мнение осталось бы таким же. Но мы сегодня видим совершенно другую Грузию. Грузию правовую. Я часто бывал в Тбилиси, разговаривал со многими, общался, в общем, с людьми. С такой Грузией мы не хотим воевать, с такой Грузией мы хотим наладить былые взаимоотношения, иметь близкие контакты. Я встречался и, в общем, с Саакашвили, мы очень долго и так подробно обсуждали все эти, в общем, вопросы. И я скажу откровенно, я не хочу копаться в том, что было, много чего было, надо ко всему этому отнестись с уважением и перевернуть эту страницу и пытаться дальше идти и налаживать нормальные отношения. Альтернативы хорошим отношениям нету. Мы обязаны восстановить былые взаимоотношения. В истории между грузинами и черкесами таких
Кроме абхазского вопроса, я, по крайней мере, больших проблем не знаю. Я, в принципе, не историк, но я интересуюсь всем этим и вижу, что таких больших проблем между нашими народами в истории не было. Значит, эту страницу надо закрыть и дальше уже налаживать дружеские отношения и идти дальше. Я все сказал. Максим, я могу ответить? Или у вас вопрос ко мне есть, Максим? Или у кому-то? Нет, пока нет вопросов. Тогда я отвечу на все обвинения, которые я здесь услышал. И я усомнился еще как бы в честности этого человека, хотя я не сомневался. Но я от себя отвечу. Во-первых, меня оскорбили с самого начала, назвали меня шовинистом. Хотя я уже до вас донес, что у меня там брат погиб. И что от меня родственников прогнали, и вы не заметили, что у меня есть обида, несправедливость. А шовинизма у меня нету, потому что не забывайте, что на моей стороне тоже АПСУ воевали, и меня лично, когда по второй раз я получил повреждение в городе Линдави, меня лично вытащил АПСУ, который живет в Грузии. То есть, которых вы ошибочно абхазами называете. Потому что слово «абха» – это мингрельское, и она никакого отношения к адыгейскому или апсуйскому языку не имеет. Это региональное название этой территории. Сперва было, я уже вам заметил, было Эгрийское царство, которое греки называли Колхидой, а потом еще на картах было Мингрельское царство, нигде написано Абснийское царство. Ну, хрен с ним, с этим историей. Факт один, что это название, как и Кахети, как и Имерети, Гурья, Самигрел, а там живут Мингрели, Имеретинти, Кахетинти, это было региональное название, и там все, кто жили, грузинского происхождения, которые говорили на грузинском, молились на грузинском и писали на грузинском, которая письменность там была, или что-то грузинская, и храмы все там, архитектурные, это грузинские и греческие, а нету никакого абсуйского архитектуры, то не надо их называть ошибочно абхазами. Настоящей абхазской была моя бабушка, которую туда прогнали, она умерла в Тбилиси, страдая, смотря на фотографии своего дома, которую там оставила она в Гумиситинской улице. Но шовинистом назвали, хорошо, вы меня уже оскорбили, я это принимаю, ваше оскорбление. Второе. Вы сказали, что пошли танки. Для чего туда танки пошли? Без причины. Вы не знаете, что там творилось? Вы назвали Грузию империей. Как будет Грузия претендовать на империю, когда у нас не было даже армии, а была национальная гвардия, которая была на скорую руку собрана. И когда мы на отказ пошли против империи, то есть вы, как я понимаю, Россию империей не считали в то время. Империю, которую вас, ваших предков, уничтожал. Вы сейчас вот мне напомнили Георгиевский трактат, и что? Грузинская Грузия и отдельные разозренные части Грузии багратионов, которые между собой претендовали на царство, это было везде во всей Европе, и в Англии, и в Японии, и в России даже, были князечества, то да, конечно, царь Ираклий II обратился за помощью, потому что оттуда турки, оттуда персы, оттуда северокавказские набеги, со стороны таких этих, вы прочитаете летописи, Картли с Хоуреба и все, когда там упоминаются джики, племя джиков, то есть кабардино-черкесские племена, которые нападали постоянно на черноморские территории, и они не раз разграбили Пицунду, разграбили Пичуинту, разграбили Сухуми, который также от грузинского слова Цхуми идет, они Акуа, как его Апсуа называют, нигде нету Акуа. Есть несколько названий Сухуми, это... Греки его называли Диоскуриада, называли как-то еще, я не помню, старый, но грузины его называли Цхуми, оттуда и пошло название Сухуми, но хрен с ним тоже. И набеги шли с Дагестана, с Черкезии, Кабарды, и, конечно, Грузия не мог с такими врагами состязаться, поэтому он увидел христианно-православное государство России и обратился с помощью в союзы. Но почему-то вы пропускаете тот момент, когда впервые кабардинские и черкесские князья обратились за помощью России Ивана Грозному. Вы почему это забываете? Еще до грузинских отношений с Россией мы подписали в 1783 году Георгиевский трактат. А вы еще в 1500 каких-то годах уже ваши князья кабардинцы обратились за помощью Ивана Грозного, и они помогали Ивану Грозному воевать против крымских татар, и не только. Даже вместе с ними, нагайцами, шли войной на ингушей в истории, вместе с русскими.
Давайте не будем ворачивать из того, что я в истории хорошо разбираюсь, уважаемый, и на русском языке. Без сомнений, да. Целый курс лекций по истории Грузии. Спасибо. Я восхищен, я просто восхищен. Да. Вы сказали не перебывать, но вы сами сейчас, сами же извините. Против себя говорите. Но, не извините, но курс линии. Я, честно говоря, договаривался не о курсе истории, в общем-то, в общем, Кавказа. Вы историю сами затронули, вы заметили? Заметили, вы сами историю затронули, не я затронул историю. Я вас просто задал вопрос, почему вы и ваш народ вот таким успехом пошли против Грузии? В чем была причина? Но вы дошли до Геркинского трактата. Сейчас вы меня обвиняете, что я вам курсы провел, я просто на ваши обвинения отвечаю. По праве, как я на это мнение имею право. Я же вам не мешал этого делать, да? Просто я обратился к Максиму, чтобы, когда я могу отвечать, и чтобы вы просто тону бали. Ну, я как понимаю, вы одно говорите, но поступаете не по кавказским мандатам. Да, курсы я проведу, потому что надо было историю трогать. Вам это не понравилось, наверное? Да, и еще не забывайте, я вот на это хочу поставить точку на историю, что ваши побратимы русские, ваших предков гоняли оттуда. И даже с Абхазии их прогнали. Не мы их прогнали, а с Абхазии уже второе гонение было в Турцию, мухаджирство. Не мы их гоняли, грузины. Когда Абхазия сбунтовалась против России, там и Абсуа, и Абхазия вместе воевали против Российской империи. И всех они переселили в Лазику и в Турцию. Грузин, Абхазов и Абсуа тоже. Не забывайте вот эту историю. Да, и не забывайте, что в 2015 году после вашего вот этого кровопроливания мы признали ваш геноцид, хотя ваши братья Абсуа до сих пор не признают вашего геноцида родственного племен, за который вы погибали вот так гордо, как вы мне тут рассказали. Они до сих пор не отдали вам долг чести за вашу кровь пролитую. А грузины, которые от вас пострадали, мы признали геноцид вашу. И ни один грузинский этот человек не вышел на улицу и не сказал, почему не признают геноцид этих бывших убийц наших. Ну хрен с ним, давайте не будем историей. Да, а что там творится в Абхазии? А творятся очень плохие вещи. Митинги собирались против того, чтобы выйти из состава Грузии. А почему надо было выйти из состава Грузии? Кто-то их гонял, я вам вопрос задал до этого, но не ответил. Кто-то пришел в дом Абсуа, начали их выгонять оттуда, стрелять в них, нет. Нет, наоборот, мы говорили, подходили, говорили, что в чем вы делаете, ребята, Абхазии, мы же вместе, Бикар вместе. 12 негров было убито на митинге, когда они подошли и сказали, вот так, поименно, это как его, что, это как его. Что вы делаете, ты же, я вместе с тобой футбол гонял, в школе мы сходили, дубинки достали гвоздями, и 12 негров пацанов было убито на митинге. Машина ходила. Там женщина сидела, абсуйка, и она обстреливала Макаровым, как это называется на русском, когда посередине такой этот, как его, идет парк, а там сидят нарды играют, бульвар обстреливала. А этот, поезда грабили, и грузинские милицейские в кобуре, пустыми кобурами выходили, даже Ардзинба им оружие не давал, а зато абсуйские милицейские автоматами бегали уже. То есть там шла такая сепаратическая настрой. А как вы думаете, Грузия готова свою территорию вот так отдавать России? Это не была абхазо-грузинская война, это была советско-грузинская война. Но вы подались на это. Вы назвали Грузию империей. На что мы претендовали? Мы захватывали чужие территории? Империя, знаете, на что основана? Вы не понимаете слова «империя». Когда вы захватываете чужие территории и народы делаете, порабощаете, разве мы куда-то ворвались во время звезда Гамсахурзия и мы поработили какой-то народ? Вот империя рядом, где вы живете, Россия, которая удерживает вашу территорию. Какого тогда, я говорю, фига, вы не выходите, если вы такие гордые и воевать хотите за свободу, за независимость, и за честь, за справедливость? Почему вы до сих пор не выходите и не воюете с Россией, а пошли войной на маленькую Грузию? Но малочисленную Грузию, не такой огромный, как Россия. И все стопом. Я даже вам больше скажу, кто сбил самолеты две, когда я лежал уже поврежденный, ходить не мог. У меня уже позвоночник был сломанный после второго взрыва. Я 3 месяца в постели валялся, у меня чувства в ногах не было. Вы не знаете, что я пережил. Я не хочу об этом говорить, потому что это будет очень паскудно, и очень жалко будет, но я не хочу об этом. Вы тоже же воевали, но с другой стороны. А я с другой стороны воевал. Но понимаете, что вы пришли на чужую территорию, а я стоял на своей территории, где моя бабушка жила. И где 400 тысяч грузин жили. А там лишь только Абсуа были 75 тысяч.
Остальное было население армяне, все, получалось 250 тысяч. Но грузин всегда было больше, там 400 тысяч грузин было. 50 тысяч грузин было убито. Женщины были изнасилованы. Вырезаны были женщины, казаками. Добровольцами. Я вас не назвал наемником. Вы зря бы это на меня навешали. Я, если бы хотел, я бы сказал, что вы были наемником. Я сказал, почему вы воевали. Но вы сразу там, ты вот считаешь меня наемником. Что я считаю, я это говорю. Не надо за меня считать и нужно это думать. 50 тысяч грузин было убито. Женщины, дети. Расстреляли этого депутата абхазского парламента. Шартава была расстреляна. А это что называется? Расстреляли мэра Сухуми. Зато расстреляли, что ему сказали, стань на колени. А он сказал, никогда в жизни. И его расстреляли. 15 человек из парламента расстреляли. Мандат не защищает их? Кто их расстрелял, если не вы? Почему вы не защитили этот мандатом этих людей? Почему вы не обменяли? Почему вы расстреливали в Гаграх и это, в Сухуми после взятия обоих городов? На улицах валяли старики и расстреляли. Вы прямо так ставили по облику грузина уже расстреливали. И вы меня обвиняете в шовинизме? Абхазия – это грузинская территория, древнейшее игрийское царство, абхазское царство. Там всегда сидели цари, которые писали на грузинском и говорили на грузинском. Она всегда была грузинская, просто мы всегда себе принимали людей, народы принимали. Первые к нам появились евреи, потом и армяне, потом и другие люди, потом и северные кавказцы к нам приходили, не всех принимали. И никто их никогда до сих пор не ушел. Вы знаете, сколько абсов живут в Аджаре до сих пор? Разве их ущемляют? Разве говорят, обвиняют их там, в геноциде грузинского? Нет. С ними очень хорошо. У нас и русские до сих пор живут, грузы. 100 тысяч русских живут. Разве хоть одного русского убили? Вы сказали, что мы должны перечеркнуть, а абсурд нас боятся. Да ладно. Смотрите, еще с времен Саакашвили и до Саакашвили абсурд очень запросто переходили к своим знакомым, к нам. Запросто. И ни одного человека из Абхазии, оккупированной Абхазии России, которую вы помогли оккупировать эту территорию, сделать из нее Мухасранска, она прочитала, там был рай. Это был один из прекраснейших краев на Кавказе. Ну, сейчас знаете, что она, на что она похожа? Ничем не отличить Чернобыля, ничем не отличить. Что вы в нем превратили? За 30 лет вы не смогли построить свою независимость. Без грузин. Но смотрите, во время Саакашвили открыл нашими же деньгами, народными деньгами, открыл бесплатную больницу для вас. Я для вас говорю, что вы участник за этой стороне. И сейчас, в данный момент, я очень часто встречал на машинах. Коротко скажу, если вас послушать, то есть или Жириновского, который считает Грузию Россией. Вы ничем не лучше, чем Жириновский, извините за это выражение. Я не говорю, что вы шовинист, я сказал, вас пробивает. Сколько грузинов расстреляли? Шовинисты нас не называют. Признайся, сколько грузинов ты расстреляли у Хазии? Признайся, если ты хочешь помириться, признайся, сколько ты грузинов убил, признайся, хоть и их не матерям, извинись перед их матерями, если ты мужчина. Сколько ты грузин убил, ты извинился за них перед их матерями. Ты негодяй, понял меня? У тебя руки по локоть в грузинской крови. Я думал, ты нормально будешь беседовать, видишь свои люди. Ты... Что ну, ты? Это желчь тебя погубит, уважаемый. А когда ты стрелял грузинов, у тебя тогда желчи не было, ты любил убивал, да, грузинов? Любил убивал, любил расстреливал. Я любил расстреливал это ранее. Я был на войне. Ты был на войне против с одной стороны России, который привел войну между Абсуа и Абхазией. Это наша версия. Корабль чай, оружие чья было, не российское было на вашей стороне. Десантники кто там были? А казаки кто там были? Максим. Против такой убийцы, как ты. Ты командовал убийцами, убивая грузин на их нижней земле, прогоняя 400 тысяч грузин. Вот ты чем занимался, убивал 50 тысяч грузин. Ты повинен, ты даже как мужчина не хочешь здесь признаться. Перед этим не скажу, извините мне грузинские матери, если я вот это неправильно справедливой войне, но ты эту войну оправдываешь. Ты говоришь, что я не сожалею, что я убивал грузин, что я участвовал против грузин. Ты не сожалеешь. О каком дружбе, о каком будущем идет речь? Ты убийца, я какой ты не На чьей стороне ты был, изверг? На чьей стороне ты изверг был? На стороне России.
Убийца! Максим, это садист! Это не а кто расстрелял Шартава? Не твоя сторона расстрелял Шартава! Может, перейдем к теме, как можно, какие есть пути выхода? Почему Абхазия противится возвращению беженцев? Вот они не хотят там грузин, Максим, понимаете? Они хотят, чтобы мы их признали, их независимость. Мы помогли им встроиться, мы помогли им восстановить, сделать там Европу. Они вот так хотят, но туда грузин запускать не хотят. У них шовинизм, у них нацизм, Максим, понимаете? У них ненависть к грузинам. Они еще к этой войне готовились, 1950-х годов готовились. Об этом признались их парламентарии, говорят, мы, говорит, оружие покупали, говорит, Россия, говорит, их прятали, говорит, в подвалах. Вот, я же тогда выложил цену. Где их нет, парламентарий, не помню, как его фамилия, признался в этом, говорит, мы к этой войне готовились, говорит. Это они к этой войне готовились, а грузины в это время сады растили там, и строили там Абхазию. Какой этот, пока этот народ не поймет, что они виноваты перед грузинами, не извинятся и не исправят свое испорченное на стороне царской России, понимаете, и не вернут туда вот этих гонимых 300 тысяч грузин, никакого мира не будет. Они любят добрых грузин, которые их принимают и сейчас лечат бесплатно. У них даже самолюбия нету. На встречу как бы подверженцам. Вот как бы здесь я вижу только здесь такой выход. Потому что Грузия сделала первый шаг, они все-таки и границы создали, да, и принимают, и там еще, по-моему, какие-то программы существуют. Сейчас не помню, по программам. Максим! Да. Максим, дальше продолжайте. Максим, сейчас вы ему задали. Максим, он сейчас убегает от вашего вопроса. Вы задали очень ему убийственный вопрос. Вот грузины, говорит, сделали первый шаг, показали свою доброту и готовность помириться. Почему, говорит, вы до сих пор не делаете такие шаги, говорит, и беженцев не возвращаете? Вот он не хочет отвечать, потому что он сейчас убегает просто от вашего вопроса. Потому что он должен сказать? Потому что грузины даже не то этот шаг сделали. Максим, да, я не предали, не надо этого делать. Вы Анквабу зададите этот вопрос. Это как раз та самая тема, в общем, по которой я, в общем, последние годы пытаюсь разговаривать с абхазами. Мне, наверное, очень в курсе вот тех материалов, которых я, в общем, писал. Он не в курсе, он ничего про это не знает и знать не хочет, к сожалению, но вроде ему лучше поинтересоваться. Поэтому именно вот те вопросы, которые он сейчас поднимает, я пытался поднять, в общем, в Абхазии, за что меня там, конечно, до сих пор объявляют предателем. Именно вот, именно налаживание отношений. И вот сейчас отвечать вот на эти, ну это вот этот прокурор, а не собеседник. И что касается первых, я его этот шовинистом не называл, я сказал, что его пробивает, в общем, шовинизм. И, ну, я не знаю, брата убили, у вас там брата убили? У меня близких друзей там убили. У вас брата убили, брата? Нет, брата моего не убили. Ваших родных из домов прогнали? Вот это меня прет, понимаете? А что мне должен еще идти? А, вот, Ибрагимович, здорово, это ты же, который настрелял, прогнал. Здорово, Ибрагимович, и наш братуха, да ты вот этого от меня ждал, да, наверное? Тебя задали очень простой вопрос. Мне плевать на твой сожалений, который тебя вытащил насильно. Это надо говорить от чистого сердца, от души, когда ты правда сожалеешь об этом. А вот это лицемерно и так, лукаво, я не хочу. Понимаете, вам задали простой вопрос. Когда вы будете делать шаги, это не вам только было, а целому вот этому сепаратистам, которые кричат оттуда, что грузины негодяи, империалисты, фашисты, и русским рассказывают всякую ересь про нас, оскорбительную ересь называют. А при этом без самолюбия приходят к нам и получают от нас все, гостеприимство, теплоту, лечение. Мы даже не только это сделали, мы и геноцид ваш признали. А когда будут шаги с вашей стороны, а то есть мы должны вам построить Европу там, а туда грузин запускать вы не хотите. То есть грузины пусть там будут где-то в Тбилиси, а мы здесь будем, но от грузин хотим все. То есть это, вы как это называете? Это черная неблагодарность. Вам задали простой вопрос. Вы не можете на это ответить.
Теперь можно помолчать, немножко послушать? А, мне промолчать? Вот это и есть шовинизм, это и есть фашизм. Да. Вот такие люди тогда привели Грузию к этой катастрофе, чем она уже закончилась. Что ты говоришь? И ваш брат, я сожалею об этом. Да, мы твоя сила. Сейчас, если они окажутся в власти, они снова приведут Грузию к тому же, Абхазия, чему вы уже прошли. Абхазия должна быть единицей. Абхазия должна вернуться Грузии. Абхазия должна вернуться Грузии. Самочало должна вернуться Грузии. Я говорю, Абхазия, самочало должна вернуться Грузии. В ближайшее время многие вопросы... Самочало это Грузия. Они адекватные, разумные люди. Когда ваш Бухасранск упадет, когда Россия падет, не вернем свои территории, которые вы не хотите добро возвращать. Не хотите? Да, Жириновский на дня сказал, я его слушал. Жириновский у вас в России сидит, Жириновский у вас в России сидит, Грузия. Жириновский у вас в России сидит, не у нас. Вы не лучше Жириновского, понимаете, тем все дело. У вас такой же диагноз, как у Жириновского. Да, сравнение с Жириновским, да, сравнение, который держит несколько кавказских регионов под себя, а и мое решение, которое хочет свою территорию вернуть, да? Откуда прогнали 300 тысяч грузин незаконно, да? И которые хотят, чтобы туда вернулись грузин. У вас тот же диагноз, как у Жириновского. Вернулся. Да. Они тоже мечтают вернуть обратно Грузию. Послушай, послушай меня, убийца грузин, послушай меня сюда. Когда ты стрелял в грузин, надо было об этом тогда подумать. О братстве и о дружбе. А не надо было сперва стрелять в грузин, прогонять их, а потом сейчас говорят, а что давайте это прилистать и потом заново, а ты шовинист какой-то. Я тебе говорю, Абхазия это Грузия, сама Чабыль это Грузия, как и Кахетия, Эмеретия, Гурия, Ачара. Грузия это Россия. То есть вы сейчас со мной не согласны, что Абхазия... По вашему, я Абхазия. Я не согласен, я не считаю Грузию Россией, но вы... По вашему как? Абхазия, это грузинская территория или нет? По вашему как? Вы как думаете, это грузинская территория? Абхазия это абхазская территория. Вот видишь, где ты лицемер попался, лукавый. А за братство хочешь, да помириться, как помириться? Максим, ты слышишь этого лукавого человека? Вот его натура истинная. Он сюда бегает в Грузии, грузин нам это делает, уши на лапшу, вешает на дружбу. А говорит, что Абхазия это Абхазия. Абхазия это грузинское название. Абхазия, Кабарда, мы должны уважать друг друга и разговаривать уже не с позиции там этого империалиста, это наша территория, вы нас оттуда выгнали. Надо начать с чистого листа и попытаться... Запустите туда грузин, давайте с нового листа. Грузин, те, которых вы признали, что они... Максим, я думаю, на этом надо... Мне жалко этого человека. Спасибо. А я с вами не могу говорить. Достойно, потому что с самого начала вы начали не с того. Заметьте, я уже за это даже вам дал. Максим, кого вы мне подсунули? Я не могу понять. Патриота своей родины, который видит перед собой лицемера, который кричит, что Абхазия это Абхазия, не грузинская территория. Вот с этим я думаю. Который кричит, что Абхазия это не Грузия. Вот с этим я говорю. С лукавым негодяем, который мне сейчас навязывает дружбу, некую дружбу, но говорит, что нет, Абхазия это не Грузия. Вот с этим я говорю, как он рассматривает. Надо его подлечить, наверное. Ну давай приди. Давай приди подлечить. Ты так не воспитан? А когда ты с самого начала голос поднимал, это ты такой воспитан, когда перебил такой-то воспитание твое? Я голос не поднимал, я просто, А зачем тогда ты извинился, если ты был прав? Я никогда не извинился, если я прав. Значит, ты принимаешь, что ты был прав. Я как-то вас обидел, поэтому извинился. Я не хотел убивать мой народ. Вы обиделись. Уже в этом обида имеется. Ты убивал мой народ на стороне Бухасранска России. Вот в чем обида твоя первая. Не Придите мои соболезнования, господин! В гробу я видел твой вот мои граб! Граб! Сейчас психиатрия хорошо проявилась, я думаю, в гробу видел твое соболезнование! Раб! Раб русских! Проваливай себе в Мухасранск!
Иди. Если ты такой смелый, твой народ, идите воюйте против России и свою независимость отстаивайте. Идите туда воюйте. Человек на маленькую Грузию полезли все скобом, как орда. Почему? Сейчас ты что говоришь, что это Чечня? На минутку. Ты что сейчас хочешь сказать, что Черкесия и Кабарда это русская территория? Хочешь это не серьезно. А что серьезно? Я тебе спрашиваю, Черкесия, Кабарда это русская территория? Я уже выразил свое соболезнование. Черкесия, Кабарда это русская территория. Я тебе задаю вопрос, Черкесия, Кабарда это русская территория? Максим, ты должен это остановить. Ой, Максим сейчас меня остановит. А чего? От моего вопроса к тебе. Я тебе говорю, Черкесия, Кабарда это русская. Я не хочу, в общем, отсюда вырубаться, ты должен это сделать. Не, Максим, давайте завершайте. Это не разговор. Ой, да, я, да. Я так не говорю. Я так не разговариваю. С таким лицемером, негодяем, как ты. Мы спокойно поговорим, и все. Это невозможно, Вот почему разве можно нормально? Я вопрос, смотрите, я вам, не хотите спокойно говорить, я вам задаю просто вопрос. Вы его начали, Максим, вы его начали, а, вы должны. Колелиха, Шейха, ты убийца, все, ты убийца, грузинского населения, ты убийца. Ты каратель, понимаешь, на стороне России. Я тебя раскусил, ты сам это признался. Что Абхазия, говорит, это Абхазия, не надо, говорит, дружить. Нет, это Грузия. Как и сама Чабуш и Дакатель, это Грузия. Максим, давайте закрывайте. Рагим, у меня такой вопрос, ладно, сейчас я закрою. Если сейчас Абхазия была в составе Грузии, вы представим, да? Чтобы не было войны, да. Как бы сейчас Абхазия и Абхазы жили в составе Грузии? Я думаю, что лучше, чем сейчас. Жили бы намного лучше. Именно об этом я им говорил последние годы. Что тот выбор, который они сделали сейчас, то, как они живут, это ошибочно, это позор. Мы пришли к этому. Надо делать соответствующие выводы. Я неоднократно выступал, вы, наверное, в курсе. Он нет. Но вы, я думаю, в курсе. Всех очень событий, которые у меня были в Абхазии, эти круглые столы. Ну, попробуйте, чтобы он это посмотрел. Я думаю, у него не хватит на это нервов, но тем не менее. Надо самое говорить поименно. Я здесь сижу. Надо не сразу не втором числе говорить. Я не собака тебе. Я здесь человек сижу. Так, Максим, давай завершай. Убирай этого шовиниста, этого нациста, убирай этого негодяя, убийцы грузинского населения, Максим. Правда, убирай этого. Не тошнит, от него тошнит. Я выключаю. Всем всего хорошего. До свидания. Хорошо. Дмитрий, я понимаю, что сложно, но... С кем сложно, Максим? Я не понимаю. Когда говорю, что я не знаю его теми, я прекрасно его теми знаю. Прекрасно. Что он там говорит каким-то абсурдским женщинам, что он приезжал в Грузию, я его обращение в Грузии лицемерное видел. Я тогда вспихнулся, когда ему грузины хлопали, идиоты. С самого начала, вы видели, как он начал? И этот, и тот историк говорит. Очень враждебным тоном. Но суть не в этом. Меня знаете, что из себя выводит всегда? Я это и не скрываю никогда. Свою вот это характер эмоциональный. Когда передо мной сидит негодяй лукавый, который из себя строит какого-то розового, он за мир, за дружбу, за побратимство, за все, но при этом, когда ему задают простые вопросы, почему вы решили воевать против нас? Почему вы не запускаете беженцев обратно? Почему вы на вопрос, чья Абхазия, говорите, что Абхазия это Абхазия, но при этом говорите, что надо все перелистовывать и начинать заново. Что заново начать? Вот, я не понимаю, вот вопрос, что заново начинать? Был простой вопрос, запустите обратно гонимых людей, верните им дома свои, которые они потеряли за эту войну, они пострадали, верните их, вот потом начнем уже заново. Но он как говорит? Он ответил на ваш вопрос? Он говорит, что это не я решаю, но это... А, это не я решаю. Тогда суть в чем разговора его со мной, о каком дружбе? А дружбу он решает? О каком дружбе? Тогда объясните мне, о каком дружбе он мне толдычит? То есть, что они от нас ждут? К
Грузины, смотрите, мы вас прогнали, так вам не надо. Он сказал, говорит, я это беру за честь, что, говорит, я воевал против вас, что я, говорит, вас прогнал. Понимаете, в чем дело? Что, говорит, я вас прогнал, блин. А, то есть он даже этим гордится. Он гордится, это, говорит, честь, говорит, на меня был. Я, говорит, был на войне, но на какой стороне? На войне две стороны, правдивая и виноватая. Понимаете, в чем дело? Он назвал Грузию империалистом. Он даже слово империалист не понимает. Империалист, который нападает на чужую территорию. То есть он и тогда решил, что Абхазия это не была частью Грузии, и туда почему-то Грузия ворвался. А 400 тысяч грузин кто там были? А почему он в России не называет империалистом? Он не назовет, потому что он и есть, извините, да, тот проститутка, который у русского... Я ему сколько раз сказал, почему ты, если за свободу, за справедливость, столько времени твоя Кабарда и Черкезия у тебя находится под Россией? Чего вы все на Грузию напали? Если вы хотели освободить от России эту территорию, скажем, от империалиста. А Россия не империалист? А кто он нафиг? Это первый империалист, первый. Нет, он не признается в этом. И не сказал, он нигде. Вот пока все видео я его смотрел. Все вот эти... Нет, Дмитрий Путин, репортаж же он делал, он говорил, что я сейчас с Басаевым и с какими-то там командирами, которые поддерживали эту идею. Ну, Басаев поддерживал, да, вот этот Кавказский, чтобы Кавказ вышел весь, объединить Кавказ, видите, как бы... Какой Басаев поддерживал? Вы что? Это про Грузки, это так. Также был, ФСБ его тренировал, и якобы он был... Я это не знаю, я это не видел. Я не могу про Шамиля Басаева это сказать, понимаете? Это будет с моей стороны недостойно. Сказать, что Шамиль Басаев был КГБшником там или каким-то агентом, я не могу, я не видел это. Но то, что он пришел, убивал мой народ на стороне России, я это знаю. Прекрасно знаю. И где Шамиль Басаев говорил, что я хочу объединить Кавказ как братские стороны? Он пришел убивать грузин. Тут репортаж, я просто слышал. Он говорит, у меня идеи, говорит, наши идеи, да, что объединить. Как, нет, он знаете, как говорил? Это конфедерация горских народов была. Я говорю, почему пошел в Абхазию воевать, потому что у меня такая идея объединения Кавказа. Но ты же воюешь против Кавказской, опять же, государство Грузия, а Грузия что, это не кавказское государство? Не, они не считают нас кавказцами. Они, понимаете, как есть такой болезнь у некоторых северных кавказцев, у некоторых, которые считают, что Южный Кавказ это не Кавказ, а Восток. Откуда вот эта ересь у них идет? От Российской империи. Потому что Россия, когда назвал Южный и Северный Кавказ, нету ни Южного, ни Северного Кавказа. Нету ни Закавказья и ни Кавказья. Есть единый Кавказ. Что считается Кавказской территорией? Хребет, который стоит на этой территории. И народы, которые касаются этого Кавказского хребта, а самая большая полоса это у грузинской стороны, считая Абхазию. Я ее всегда считаю грузинской территорией, то получается, что есть истинный Кавказ, это и есть грузины. Понимаете, в чем дело? Ну, они так не считают, они нас считают испанцами, Востоком считают, Закавказьем считают, они считают Северный Кавказ Кавказом, понимаете? Поэтому вот Шамиль Басаев, когда говорит, что объединить Кавказ, вы знаете, что он не думал про Грузию. Он Грузию считал Закавказьем. Который русские принесли в 19 веке вот этот термин «за Кавказа», потому что со стороны России это было «за Кавказом». Но многие идиоты не могут понять, что со стороны Грузии тоже Северный Кавказ – это «за Кавказом», потому что «за Кавказским хребтом». У нас тоже «за Кавказом», понимаете? В грузинском есть такой «Амьер» и «Имьер Кавказия», то есть это Кавказ и тамошний Кавказ. То есть здешний Кавказ, и это так говорили древности, грузины древности, здешний Кавказ и тамошний Кавказ, Амьер и Мьер. Но ни грузины не говорили, что это там не кавказцы, не Кавказ, они говорят и тамошний Кавказ. Но все признавали. Да, но сейчас, понимаете, очень многим северным кавказцам от своей необразованности выгодно говорить, что нас не за Кавказы. А самая цивилизация на Кавказе, культура, танцы, песни, вино, не знаю, там, писание, стихи, поэмы, песни, цивилизация, архитектура. Я немножко перебью вас, извините.
Я даже здесь вот прочитал вот эти вот, наверное, вы читали тоже заметки вот этого французского путешественника в 18 веке, да, нет, в начале 19 века он путешествовал, и записи делал. И он даже говорит, а те народы, которые, черкесы, они взяли много хорошего от Абхазии. То есть Абхазия была, то есть расцвет вот этого была цивилизации на Абхазии. Когда они на пеньке делали на Абхазию, они много там взяли хорошего. Представляете, в Абхазии уже была цивилизация. И второй момент про вино. Когда в 19 веке там эти, ну, там были эти абхазские, понятно, князья, там они тоже же между собой же враждовали. И он говорит, вино, мол, да, ну вот, он там сравнивал вино, как они вино делают, он. И вот он говорит про вино, что вино, они, у них вино, говорит, плохое было. То есть, видимо, там угощали, пробовал, потом сам француз, да, знает, кто в вине. А вот у грузин, говорит, они уже по-другому относятся вообще к виноделию. И правда, я даже по Абхазии знаю, и сейчас, даже в это время, что вино они не могут делать. Они такую бурду делают. У меня даже жена, она, ну, с Украины, она говорит, мы то, говорит, когда мы ездили, она говорит, слушай, вино вообще по-другому делают, да? Даже мы, говорит, там, знаем, там, запор этот, получается, даже если ты забрала хорошее вино. Эти же, на бурдяже, сахар, воду, это там все выкипает из бочки. И получается, это как бы не вино, а брага. Ну, она французская, это, говорит, брага, да? Ну, это вот так, понимаете? И это французский путешественник вот точно описывает, да, вот, ну, как бы вот. Я этому Ибрагиму задал самый простой вопрос. Если Апсуа там грузины не ущемляли, если там никому дома не врывались, это был самый простой вопрос, на что человек, который хочет помириться, мог достойно ответить. И почему я говорю, вы решили, и твой народ, вот так, я говорю, без примирения, напасть на Грузию вместе с Россией. Он даже сказал, говорит, что вы ошибаетесь, что говорит, не на стороне России воевали. Не признает, да. Как я должен с этим человеком говорить нормально, когда он себя ненормально ведет? Лишь только ненавистью. Мне он ненавистен, понимаете, потому что, во-первых, хватает не тот, что он, во-первых, настрелял и убил немало грузин. Раз он был командиром. Командиром он стартапом. Он был командиром, и ни одного грузина он, мало этот пленных, расстреливал и убивал. Хотя он говорит, что он говорит, никогда ни пленных не расстреливал, да ладно. А зато мешал им расстреливать, он что, не видит своими глазами, что там делали с грузинским населением. И он там с закрытыми глазами ходил. Он не подошел, не сказал, сволочи, что вы делаете? Девочек приводили, мигрантских девочек, 12-15 лет, голых, и меняли на бензин. Я читал. Вы читали, а это мы там слышали, понимаете, что? И видели это мы там. И знаете, почему мы видели? Потому что этих девочек потом не находили, изнасиловали брошенных, и мы их вывозили из лесов, понимаете? Я даже помню, когда мы на разведку зашли, нас было 10 человек. 4 украинца, 6 грузинов были. Зашли в деревню в Тамиши. Уже этот, как его, рассветало, понимаете? Мы хотели там спрятаться где-то, что переждать день, чтобы не попасть, а ночью уже обратно вернуться к нашим, потому что уже рассветало. Мы были на разведке. И я так возле такого забора так сижу автоматом, и вот так как бы два группа так идет, они оттуда вот так смотрят, а мы вот так смотрим, понимаете, чтобы окна не пропустить, понимаете, вот так вот, как друг друга контролировали. Ну понимаете, да, я туда, а они с той стороны забора сюда. Я так смотрю в одном заборе, там на столе что-то лежит, какая-то куча лежит, и очень плохой запах, ну это там какой-то зверь мертвый на столе там или что-то такое. И украинец, который был, он говорит, давайте, ребята, в этот дом заходим, говорит, она более такая, говорит, стоит в отдаленности, говорит, и как это мрачно, говорит, лучше там, говорит, спрячемся, говорит, где-нибудь, пока, говорит, этот, стемнеет. То есть мы там должны были целый день находиться. Мы туда заходим, и вдруг я так вижу, на столе расчлененное, уже гниющееся тело женщины, внутри накакано, уже засохшие, извините, да, какашки там были, и палка воткнута там, а на палке написано на русском, за один купон, у нас тогда были купоны, наша первая рода, за один купон, говорит, мясо свиньи.
и была мертвая женщина. Сейчас, кто его убил, какая разница? Но факт один, что он эти вещи не видел. И он еще за честь и за гордость принимает, что он там воевал. И сейчас вот этот негодяй, который не признается, что Россия империя, не признается, что он воевал на стороне России, не признается в том, что как его, надо возвращать беженцев, и который кричит, что Абхазия это Абхазия, да, а не Грузия, то он сейчас мне тут талдычит об дружбе и меня называет шовинистами, который должен полечиться от его слов. Меня бросает лишь только в бешенство от его слов, от слов лицемера и лукава, который приезжает вот сюда. Если я его встречу, я ему пощечину дам. Я вам гарантирую. Лишь бы я узнал бы, потому что он сюда так заезжает, что никто не узнает. А потом, когда уезжает, уже мы там на YouTube видим, выложили на мобильниках, как он там, братья грузини, мы должны помириться. Маскируется, как бы, да? Да, мы братья грузинами, понимаете, мы сейчас должны налаживать мосты. Слушай, какие мосты тебе, человек, вот вы задали вопрос, а как насчет беженцев туда? Он вам ответил, это говорит, не я решаю, а дружбу он решает, да? Сперва надо решить проблемы, которые есть до сих пор. У нас здесь 500 тысяч гонимых грузин, они мечтают вернуться обратно в свои дома, они мечтают. И я что говорю, я должен уважать и погибших с той стороны, как их извергов, которые насиловали детей, резали, убивали, которых Шанибов кричал на митинге, надо, говорит, резать уши носи, вот их надо уважать, которые убили 50 тысяч населения, 3 тысячи только воинов у нас погибло, 3 тысячи только воинов у нас погибло. За эту войну, до места, 3 тысячи воинов у нас погибло. А остальное 47 тысяч, это население у нас погибло. Я должен уважать. Когда я с ними, ну, мы общались там где-то, вот, даже с телеку воевал, боевики, они говорят, да, грузин говорит, ну раз 10, говорит, точно больше. То есть они сами это признают, раз 10, точно, говорит, там, ну, там, исколотили, исколошматили. Да. Они сами говорят, то есть не надо там ничего как бы. Они не скрывают этого, они просто, знаете, как они. Как? Я не услышал вас просто. Дмитрий, да, я даже у меня там был, ну, мы с ним как-то так общались, и он мне рассказывал. Сам, он воевал, говорит, когда Сухуми взяли, говорит, я пришел, говорит, расстрелял несколько человек грузинов. Сам рассказывал. Но мне говорит, интересно прийти было посмотреть, как после расстрела, что с ним там с трупами произошло. Этот Ибрагим рассказывал или другой? Не-не-не, это в Абхазии. В Абхазии другой вам рассказывал. Абхазские, ну да, Абсу, это там. Да, вы привыкли их абхазами называть, да? Ну я просто привык, ну как. Вот он почему, не ответил на мой вопрос, что абхаз, слово абхаз это ничего не значит на их языке. Он что, отверг это? Это грузинское слово грузинского региона. Он не знает. Он говорит, я историю не знаю особо. Говорю. А зачем тогда он историю тронул? Вот давайте насчет истории. Смотрите, он начал трогать историю, а потом начал обвинять, что говорит, мне тут курс истории проводят. Какого хрена он начал затрагивать Георгиевский трактат и историю, как оказывается, грузинские полицейские, а черкесские и кабардинские князья не воевали после имама Шамиля? Ему прочитать историю курса? Или чеченские князья не воевали, то есть чеченцы не воевали против имама Шамиля, или осетинские генералы. Вот сейчас недавно некий этот идиот осетин выложил этих великих, говорит, видающихся осетинских генералов, говорит, при царской России. Посмотрите, сколько их. Но они, знаете почему, у них большинство, вот кроме ингушей, да, у большинства просто-напросто вот желчь, ненависть грузинского народа. За что я этот секрет не могу до сих пор раскрыть? Вот не могу раскрыть. Они говорят, вот вы там были, это имперские эти генералы, там, это Чичиановы, говорят, Лазаревы, говорят, Бараташвили, там, Сталин берет, вот вы там бы подписали, а свое они, понимаете, не хотят, говорят, что кабардинские, еще 1500 в каких-то, говорю, 60-х годах, кабардинцы первые были на Паковом горе, к Ивану Грозу, даже еще свою же, да, вы видели, да, говорят, оказывается, грузины подписали 1000, то есть они знаете, что хотят, чтобы на нас нападали турки, перси нападали бы, оттуда дагестанские леки, лекианоба, то есть вот эти грабежами, оттуда чеченцы вместе с имамом Шамилем, там, в Грузию напали бы 9 раз, оттуда эти черкесские племена нападали на Черноморские прибрежья, и грузины должны были
Да, да, каждый, конечно, ради Бога, убивайте нас. Мы, знаете, какие, мы добрые, давайте, лопотаем, только давайте. Конечно, мы искали помощи, но эту помощь мы не получили, но искали помощи. И это их удивляет, а сами не искали помощи. Их удивляют союзы. А сейчас НАТО что значит? НАТО не союз? Там несколько европейских стран вместе с Америкой объединились против какого-то врага. А это не союз, это что значит? Что, о, вот вы пришли на поклон горе, вы позорники, вы без НАТО никуда, да? Позорники, ну вы под Россией, да, вам, вы уже там это, да, не представляете без России себя. И вы говорите Грузия, но Грузия не хочет. Почему они не могут понять, что Грузия это суверенное государство, отдельное государство? Максим, они, я еще раз говорю, и вот этот Ибрагим негодяй, и вот эти историки псевдо, которых вы этот, как его, находите где-то, их находить не надо. Послушайте, их находить не надо. Любого остановите и скажите, вот с грузином поговори. Он начнет сперва как будто вот мир, дружба, но будет обвинять Грузию во всех грехах. Как он начал обвинять Грузию? На мой простой вопрос. Почему я вы... Я не ожидал, честно. Я думал, он... Нет, я тоже... Знаете, я что ожидал? Вот честно я признаюсь перед вами, я не хотел это перед ним признаться. Что он в последний момент, когда начал против говорить, да, этих Апсуа, я думал, что он тут начнет, что да, вот грузины, вот мы ошиблись, надо это исправлять, любим. Я вот этого, правда, ожидал, понимаете, я и к этому был готов. Но когда он на мой вопрос вот так начал тоном, исполнил мне какую-то историю, и сам он от этого пострадал, что он задел историю, хотя, и все такое. То есть я, правда, не ожидал. Я потом сказал, я тебя раскрыл, ты лицемер и лукавый человек, ты негодяй. Он не сказал, Россия оккупант. Он не сказал, что мы были виноваты перед грузинами. Он не сказал, что Россия это империя. Нет. Он не признал, что Абхазия это грузинская территория, она всегда его была, и нехрена было его оттаскивать от Грузии. Он не признался ни в чем. И даже он вам не ответил на тот вопрос, что как насчет беженцев. Это же не я решаю, вот у них вопрос. Ответ один. Это же не я, это те. А кто те? А он же мог сказать, что по праву и справ... надо этих людей вернуться обратно. Да, я не решаю, но я за то. Да, он мог, вот я бы так ответил бы на его месте. Хорошо, что не на его месте я сижу. Я бы так ответил бы. Да, Максим, уважаемый, я за то, чтобы этих людей вернуться обратно. Но я это не решаю, к сожалению. Это должны решить, и я почему-то вот злюсь на то, что вот не решают это с грузинами, да, что вернем этих беженцев. Он сказал, говорит, я не решаю, да. Чисто русская, извините, вы русский, но я говорю про тех русских, понимаете, правда, я тоже сам осетин, но я отличаю негодяев от хороших осетинов, поймите меня правильно, да. Чисто русско-имперская ментальность у него. То есть Грузия это империалист, а Россия это не империалист. А что же он рассказывает, что он хочет за отдельный Кавказ тогда? Кому он это рассказывает? Ой, господи, вы с ним будьте осторожны. Он может еще даже и КГБшник. Так, знаете, этот, завербованный. Будьте осторожны. Сейчас знаете, что он... Я вам расскажу один хороший вещь, который нас учили в армии. Тогда, когда у нас уже появились натовские учения, ну, у меня не было натовских учений, у меня было в грузинской армии я служил и в гвардии, у меня была фактически грузинская военная служба была у меня. И все то, что знали вот мы, да, это было то, что у грузинских офицеров осталось от Советского Союза. Но когда уже начала первая натовская появилась во время Севернадзе, то нам объясняли, как подружиться с населением, которое ты оккупируешь. Ты представьте себе. И нам так объясняли. Сперва надо выучить, что за народ. Обычаи их. Что их затрагивает. За что он может тебя убить или посчитать врагом. А что ему гордость берет. От тебя, да? То есть его отдать и традиции. Понимаете? Потом, смотрите. Надо, говорит, с добрым лицом. Но в форме, обязательно в форме. В полном боевом укладе. Да, вооружение, но с добрым и приятным лицом надо солдатов вывести на по улицам, но при этом у них в руках должны быть подарки. Автомат должен висеть, как бы не воинственно вниз,
Ну да, это у американцев. Вы видели, как в Афганистане и в Ираке они раздавали детям там соки? Да, чтобы как что? Войти в доверие к тому народу, которого ты оккупируешь. Или захватываешь, или куда ты ворвался просто по каким-то политическим или ресурсными причинам, да, там нефть, там золото или там что-то такое, да? То есть, чтобы населению, он тебя не считал врагом, а считал бы братом, другом и добрым дяденьком с автомата, понимаете, это как вежливые человечки в Украине. Понимаете, в чем дело? Вот сейчас он вот такую стратегию здесь включил, говорит, мы должны, говорит, все, говорит, позабыть, мы должны, говорит, начинать заново. Я, знаете, что он хотел сказать? Смотрите, пусть грузины нам помогут, пусть грузины признают нашу независимость, пусть грузины сами подружатся. Помогут нам восстанавливать Абхазию. Будут сами экономическое. Пусть они позволят нам торговать с другими. Пусть они позволят, чтобы мы имели заграничные паспорты. Чтобы мы выходили на Олимпиадах. Пусть нам грузины это помогут. Но зато грузины не в Абхазии. Там будьте в Тбилиси, там, у себя в империи будьте. А вам здесь не место. Но нам помогите вы. А мы забудем то, что вы нас, оказывается, убивали, грузины. Что танками к нам пришли, что это священная война абсуйского народа, это они называют его отечественная война. Господи, отечественная. Какая отечественная война? Там в Грузии 400 тысяч жило. А они кто такие были? Отечественная война, это когда Германия напала на Советский Союз. Когда это, скажем, когда это Наполеон напал на Россию. Другая нация, это все. Когда другая нация вливается у тебя, вот это отечественная война. Но когда у тебя некие сепаратисты ущемляют права коренных жителей, твоего происхождения, грузин, большинство населения, то есть они это называют отечественная война? Охренеть, да? Ну, это им идея подсказала, это все же Ибрагим. Ну, конечно, но зато Ибрагимович не признался в том, что они воевали на стороне России. Я ему правильно сказал, вы не воевали, это не была абхазо-грузинская война, это была грузино-советская война. Тогда был Советский Союз, еще был Советский Союз, он только-только разваливался. Нет, он не признает. Нет, блядь, это они... Твоих ребят, говорит, я никогда не предал. Вот это, да, вот это меня и взбесило, потому что я вот всегда, понимаете, очень плохо реагирую. Может, вы правы, я должен себя как бы мудро вести, но... Да, но извините меня, да, когда передо мной сидит человек, который вот такой ересь несет, но не говорит, что да, да, Максим, мы были неправы с грузинами, да, мы были вспыльчивы, мы тогда считали, что мы за правое дело, но мы, вот я чувствую, что мы ошиблись. И мы должны извиниться перед этим, и мы должны все делать, чтобы исправить. Он не это говорил. Он там мне вспомнил каких-то полицейских, этих грузинских генералов, он там мне вспомнил Георгиевский трактат, что, оказывается, мы империалисты, мы там танки послали. Слушайте, а когда мы мирно хотели с ними, сказали, что абсолютно, что вы делаете, давайте, не надо, давайте разберемся без русских, сами. Они начали убивать грузинское население, они начали грабить поезда, грузинского происхождения людей грабили. Уже у нас там потери были среди населения. У нас милицейские грузины мигрели, без оружия ходили патрули. Представьте себе, им Адзимба не давал оружия, потому что они были грузины. Он почему не помнит вот это обращение их Левитана? Вы видели это обращение его Левитана? Если я сейчас найду, вам дам послушать, вам будет интересно. Он говорит, мы должны провести террористические акты. Указ президента конфедерации и представителя парламента конфедерации горских народов Кавказа. В связи с тем, что исчерпаны все меры, принятые конфедерацией для мирного решения вопросов по выводу оккупационных сил Грузии с территории Абхазии, и во исполнение постановлений 10-й сессии парламента Конфедерации горских народов Кавказа указываю. Первое. Всем штабам Конфедерации обеспечить переброску добровольцев на территорию Абхазии для вооруженного отпора агрессору. Второе. Всем вооруженным формированиям Конфедерации при противодействии им каких-либо сил вступать в бой и пробиваться на территорию Абхазии любыми методами. Третье. Объявить Тбилиси зоной бедствия, при этом использовать все методы, включая террористические акты. Четвертое.
объявить всех лиц грузинской национальности на территории конфедерации заложниками, при этом использовать все методы, включая террористические акты. Четвертое. Объявить всех лиц грузинской национальности на территории конфедерации заложниками, при этом использовать все методы, включая террористические акты. Четвертое. Объявить всех лиц грузинской национальности на территории конфедерации заложниками. Этот русский, по-моему, какой-то этот. У него был там этот, сидел, да. Да, мы должны провести этночистки, мы должны провести террористические эти. Все грузины заложники в Абхазии. А вот это что? Это не фашизм, а это не вражда, а это не Жириновский, а что это такое? То есть мне это надо не терпеть. И я об этом не должен говорить, то есть. Это у меня, оказывается, Жириновский вырывается и шовинизм вырывается. То есть болит за свой народ и переживает несправедливость со стороны вот этих негодяев некоторых, да? За свой народ. Этот негодяй даже не посмел извиниться, не сказал, что Деметис, давай пока я хочу что-то сказать, и сказал бы, матеря грузини, извините меня, что мне пришлось стрелять в ваших детей. Я это осознаю. Он даже на это храбрость не имеет. А мне не надо извиняться перед матерями врагов, которые сами эту войну захотели и начали. Не грузины начали эту войну. Мы ни с кем не собирались воевать, там мигрели, спокойно жили, и строили сады, и строили дома, и блаженствовали на пейзаже солнца и моря черного. Это они войну начали. Не нам извиняться перед ними, перед их матерями. Это они хотели этого смерти. И принесли эту смерть. И себе, и нам. Этот Ибрагим Ибрагимович, он, как сказал бы, да, нехороший человек. Он редиска. Он очень скользкий. Поэтому вот это такие меня бесят. А я признаюсь перед вами, у меня есть слабость. Душой, что хочет, да, действительно помирить, если вот так вот, так он может. Если бы я это увидел, я бы это принял, потому что, понимаете, в чем дело? Есть такое понимание, как его, отдать прощение. Понимаете? Даже прощают кровнику, если ты в нем увидел его истинное сожаление. Вы видели сожаление у него? Нет. А вот меня вот это взбесило, что он еще и нас обвиняет при этом. Еще и за честь себе и гордость принимать, что воевал против нас, но говорят, что давайте сейчас грузины забудем все, начнем с нового листа. Но те проблемы, которые и вы спросили, и я, он это не решает. А мне плевать на его дружбу. Вот честно, мне плевать на его дружбу. Я бы еще грубее сказал бы, с высокого Кавказского хребта. Но, понимаете, в чем дело, мне плевать на его такую дружбу. Это не дружба. Это еще раз очередной обман грузинского населения. И многие грузины обманываются. Я когда вижу кадры, когда ему грузины хлопают, я хочу вот просто не его, а вот этих грузин просто-напросто расстрелять на одном месте. Потому что они, знаете, что услышали? Что грузины, мы братья грузины, мы должны помириться, грузины. Вы добрый народ грузины, вы хороший. Понимаете, это для проститутки, которой хочешь не заплатить деньги, чтобы она тебе отдала. Но платить деньги не хочет, то ты красивый слон, говоришь, какая ты красивая, ты самая лучшая. Вот это. И многие у нас грузины, проститутки, вот это хлопают, что таким негодяем, который по крови, по лука, с крови у него. Я когда ему вопрос задал, сколько ты грузин убил? Я вижу, такая боль пошла, как бы, боль? Изнутри. Максим, я понимаете, что делать? Может, я себя неадекватно веду, понимаете, что, ну, я когда, да, когда я вижу несправедливость к тому же, что знаю страдания моего народа, понимаете, я с этими людьми общаюсь. Вот тут у меня сосед, я-то сам в корпусе живу, но вот рядом, через дорогу, у меня сосед беженец, который живет в лачуге, который сам построил. И представьте, когда я дома ремонт делал 7 лет назад, он подошел мне, говорит, сынок, говорит, у тебя материалы, говорит, что-то останется? Я говорю, да, конечно, уважаемый, я говорю, сам вам помогу, я принесу. Я говорю, ну где вы там, я машину вызову. Не, говорит, я, говорит, рядом живу. Я говорю, где вы живете? Вот там, говорит, вы строитесь там. Говорит, да, он во враге живет. Я вот так смотрю на него через дорогу, представьте себе, в лачуге.
Я когда, ну, я им дал, как это, ламинаты дал, то, что хорошее, не мусор, а я не позволю себе там, то, что я должен выбросить, да, себе не позволю, другим. Я заговорил, он говорит, ты говорит, ну, я не хочу про себя. Говорит, ну, короче, он как хотел сказал ну, добрые слова в мой адрес. Я говорю, да вы что, я говорю, я не заслужу, я же вам ну, новое вам даю, как бы. Он говорит, да ты что, говорит, я, если бы ты знал, какой, говорит, жизнь потерял. Я говорю, в смысле жизнь? Я, говорит, беженец, говорит. Я говорю, откуда? Из Абхазии или из... Нет, говорит, я, говорит, из Абхазии, говорит, я в Сухуми жил. У меня был, говорит, двухэтажный дом, говорит, три машины стояли. Там, говорит, сына моего убили. Сейчас, говорит, внуки, вот, говорит, и я их, за них вот радуюсь, говорит. То есть... Я говорю, а где вы в Сухуми жили? Он говорит, какую-то улицу он назвал, я уже не помню улицу это назвал. Я говорю, а моя бабушка на Гумиститинской жила. Говорю, серьезно, говорит, сынок, то есть ты мингрел? Я говорю, я не мингрел. Я говорю, бабушка, я говорю, была мингрелка. Говорит, значит, ты, говорит, а ты, знаете, а когда я посмотрел на его лачугу, как он сейчас мучается, а его в его доме какой-то негодяй, или черкес, или кабардинец, или чеченец, или какой-то казак, или какой-то сволочь, который пришел туда войной кровью, он там живет. Или армянин еще какой-то. Или тур, который пишет то, что там все говорят на грузинском. Абхазы пишут на грузинском. И молятся на грузинском. Это они сами писали. И правители Абхазии, не цари, а правители Абхазии говорят и пишут на грузинском. Угу. Они вот этого не хотят признавать. Они не хотят. Они хотят, что нет, это мы от абхазов, там, от абсилов, да, от каких-то русанигов. Все. Слушайте, давайте еще затронем одну тему, что вот большинство грузин, историков, этнографов, и древних, и новых, ныне новых, подтверждают тот факт, что Абшили, Убихи и Абазги – это протогрузинские племена, потому что они фактически от набегов со стороны черкесов и кабардинцев, они получили адыгейский язык. То есть язык у них стал адыгейский. Но наши историки, большинство процентов историков доказывают факт, что Абшили, Убихи и Абазги это протогрузины, то есть не грузины, но далекие родственное племя грузин. Это протогрузины. А они говорят, что мы Абшили, а где это, а где Убихи? И где Российская империя уничтожила? Всех это самое... Убиха уничтожили, на Красном Поляне Убиха уничтожили. Вы, наверное, читали. Да, даже в Сочи, я знаю, есть Бытха. Бытха это, ну, место сейчас называется, район как бы Сочи, да? И там, говорят, был их как бы центр, они приходили там, ну, они были язычниками там. Язычниками были, да. А почему она называется Красная Поляна, знаете? Ну, я представляю, я от названия. Из-за того, что там убивали убихов, расстреливали, это называется как от крови, красной крови, называется Красная Поляна. Это там не из-за цветка или из-за, там, из-за какого-то порошка. Из-за крови, это... Красная Поляна называется. Убийство, Видите, да. Там построили курорты, кайфуют и развлекаются. Да, на крови убихов, да. А когда я ему задал, вот этого Ибрагимову, задал вопрос, а почему ваши абсо не признают? Ваш геноцид черкесов кабардинцев. Он тоже ничего. Он говорит, Максим говорит, такого разговора я не потерплю. То есть он, знаете, что от меня ожидал? Что он сейчас там какого-то младшего пацана там, тишлям, тишлям. Потом после тишлям, тишлям он мне скажет, что а сейчас надо мириться. Я за это, да? Я, ой, Ибрагим, дорогой, молодец, красавчик, да? Не на то он напоролся. Лестные такие ему разговоры вести, что давайте дружить. Да, он привык, когда он в Грузию приезжает, он привык, когда ему хлопают некоторые проститутки грузины, он это привык. Когда он вообще вешает братство им немает. А сейчас вот это видео я ему покажу, я только ваше лицо спрячу там. Это видео, когда покажу я, вот потом увидят его лицемерство, его лукавство, что он признает, а что он не признает. Не жалею, что записал, потому что вот такой ересь нести... А потом что про дружбу говорить и с нового листа, извините, я ему не проститутка, и мой народ ему не проститутка. Он пусть проституток ищет в Российской империи, понимаете, в чем дело? Вот кто проститутки, это надо искать в Абхазии, правда? Ну да, да, да. Вот кто проститутки, да. Грузия независимое государство, он с империей начал войну, первый поднял восстание против Российской империи на Кавказе, это Грузия. Первый был. Первый, который дал всем толчок.
и как на Северном Кавказе, и как на Южном Кавказе. Первые грузины пострадали. 9 апреля было, а потом уже было все другие. Первая была кровь пролита у грузин. Это исторический, хронологический факт. А почему-то попала Грузии от всех соседей. Вот вопрос, что он борец там за Красную Поляну, да, какой там у него консилиум был. А что-то он не сказал, я видел в интернете, вышли вот эти в Турции, которые живут. Мухаджир. Они считаются там где-то. Они вышли, стали митинговать. Руки прочь, Россия, Красной Поляны. А почему вы не вышли, когда они строили там этот самый комплекс вот этот, туристический? Вышли? Вы не вышли, они вышли. Турцию вышли. Но это не показывали, это же нигде не показывали. И когда я рассказывал, а как это все удивлялись? Я говорю, ну вот посмотрите, вот в интернете все вижу, вот как вышли они и митинговали. Но здесь это прям вот, они все жестко. Ну, Россия, понимаете, как большинство россиян, они из себя неплохой народ, но просто они в очень большом вакууме. И просто-напросто есть вина правительства и вот их телевизоров, потому что если было бы все начисто показывали бы, я понимаю, что большинство процентов было бы тех людей в России, которые бы просто знали бы правду, сии правды. Я не говорю, что они выходили бы на улицу, но знали бы правду. И, по крайней мере, не поддерживали бы какую-то вражду против какого-то народа. Но они, знаете, что видят? Сейчас вот представьте себе, что вы сидите в кубике, и вам постоянно какой-то голос говорит, что вот они вот это сделали, но вы не видите этого. Вот они это сделали, вот они. Потом какое-то что-то смонтируют, вам положат какую-то. Вы знаете, в чем разоблачили российскую телевизию во время 2008-го? Они вот этот кадр, помните, когда я вот недавно про Осетин делал, когда парень, что говорит, иди сюда, говорит, мордяк, и стреляют с белой повязкой, с автоматом человека, по полицейским законам, говорит, не прямо стреляли, а говорит, иди сюда. А потом, когда он убежал, потом он раскрыл автомат, то есть он целился с закрытым автоматом, на предохранитель. Он раскрыл, перезарядил и потом начал стрелять. А нас обвиняют, что мы женщин и детей насиловали, убивали, просто на улице так, да. Вот показали пиковый. Вот смотрите, как расстреливают, говорит, детей, говорит, эти. Вот эти кадры посадили, там ночь сделали корпус, и за корпусом сделали град, как будто вот этот град бомбит вот этого Цхинвали. А этот салат где-то сидит, не Цхинвали сидит. Но не показали, кого он стреляет. А другое разоблачение было, когда грузины разоблачили Россию в документальном фильме, когда женщина вот так лежит. Взорванный дом, если вы видите такие кадры, так женщина с краю лежит и кричит «Мишвелет!», то есть «Помогите!» на грузинском. А там голос такой, знаете, вот сейчас вы видите кадры, как осетинская женщина от бомбежки грузинской авиации, извергов, артиллерии, этот просит о помощи, смотрите. А там женщина кричит «Мишвелет!» на грузинском. А это они уже в горе там когда шли? Это там... Уже когда в горе бомбила авиация и артиллерия. Просто-напросто. Это пропаганда, конечно. Максим, вот вопрос. Вот почему вся телевизия с самого начала боевых действий, вся российская телевизия была там? Была в Шидакартле, то есть в Самачабле. Да, это два названия у него. Древнейшее это Самачабле, то есть земля Мачала. А так Шидак это внутренний картель называют. И так называли в Российской империи. Просто уже в 19 веке появилась форма Южная Осетия, когда появился Северный Кавказ и Южный Кавказ, да, уже появился Южная Осетия, но во время Сталина уже это назвали как Южная Осетия. Уже официально так. В 20 веке. Грузинское как бы название, здесь даже не... У нас до сих пор есть, смотрите, Шидакартли, это внутренние картли, у нас есть картли, это уже центральные картли, у нас есть Земокартли, то есть верхние картли, Кемокартли, нижние картли, у нас вот такие регионы, это хоть и в Кахетии, это хоть и в Тушетии, вот такие у нас названия. То есть это древнейшее название, так цари разделили. Вот это внутренние картли, это картли, там верхние картли, это нижние. Так грузинские цари разделили. Вот Цхинвали входил внутренний картли, Шидакартли. Да. И даже Российской империи называли как этот, как его, сейчас я вам скажу, губерния этот, Шидакартли они говорили. Русские говорили. Губерния Шидакартли. То есть говорили акцентом, но Шидакартли говорили. Губерния Шидакартли.
Да, вот что я хочу сказать. Смотрите, со стороны Грузии наши журналисты запечатлели факты погибших грузин от бомбежек. И даже факты, когда и журналисты погибали у нас убили этого иностранного журналиста, убили, как его вытаскивают из машины. Этот кричит, говорит, помогите, помогите, он это, помогите. Журналист, не помню, он был из Дании или из, не помню я. То есть, и был кадр, когда наша машина идет журналистов, и в это время бомбят эту машину, то есть за ним самолет бежит и стреляет в него, а он уходит от этой бомбишки. Вот столько было журналистов в Сидакартле, в Самочаве, в Цхинвале. Они с первых дней кричали, что убито 2000 осетин. Где кадры убитых на улице валявшихся, как это мы показывали? Где вот эти кадры? Почему вот с такой легкостью Россия верит этим? Когда тебе показывают грузины, что вот мертвые валяются, а тебе говорят, грузины резали шеи. Они в подвалах закидывали лимонки. И танками давили на улице осетин. Этот Сладков, негодяй, этот пухленький, военнотворец, он везде сует свой нос, как этот жук навозный, в каждом какашке. Суется и снимает. А он почему не признался, что который самолет они сбили, это русский был. И они сами своего пилота убили, которого в воздухе расстреляли за бомбежки Цхинвали. Они подумали, что этот грузина убивают. А оказался какой-то Петров мертвый потом. А почему они этого не признали потом? Нет, они это не признают. Ну, конечно, там же Сладков стоит на кадре. Это его документальный фильм Сладкова. И они говорят, не сбили грузинского самолета. Ни потерь не было у нас вообще в воздухе. У нас не было потерь. Вообще не было потерь. Пилот у нас не погиб вообще. А почему не показали? На Украине, когда этих ВДВшников поймали, вот, да. Показывали документы. Они говорят, это не наши. Они говорят, это не наши, говорит. Ну как это вообще? Как можно с ними разговаривать? Как вообще можно с этой армией, с правителем говорить? Ну там нас нет, Максим, там нас нет. Вот даже вот это Ибрагим сейчас, вот сейчас даже Ибрагим признался в том, что там Россия не воевала. А Апсо, почему спасибо русским говорят? За что Апсо русским спасибо говорят? А казачки кто такие? Хоть одного казачка Россия наказала? Да. Что и они что? Они лицо прятали, они что имя? Сейчас, знаете, в Украине они не говорят имя фамилии, они говорят, у меня позывной Спартак, у меня с позывной, скажем, какой-то обезьяна, да? То есть иди сейчас ты найди его по фамилии имену, даже там маски скрывают. Вы помните, перекады маски надевали, так говорили, я там это в Украину. Они скрывают. Во время Абхазии все говорили, меня зовут так, меня так, я оттуда, я с Волгограда, по фамилии, по именам. Почему Россия, если не воевал за Апсу, не наказали? Ведь Россия же вышла как гарант, и он нас же подставил три раза в Абхазии, когда он заставил грузинские части выходить. Да. И мы вынесли все вооружение оттуда, все тяжелое вооружение мы вынесли. И через два месяца, когда наши дети пошли в школу, 1 сентября, бах, вот тебе на нас напала и вся техника ихняя, говняная, извините за это слово. И грузины ровно две недели с автоматами бегали от танков. И они это называют гордой победой. Когда обманом... Рассказывали части, вот это в Удалутов, части российские стояли, там ракетчики, эти. Они сами абхазы рассказывали. Они сделали вид, вот так ворота на кого-то зашли грабить, они просто отвернулись. Эти зашли, просто автоматы начали брать, как будто они их ограбили. Они просто сделали вид, просто отвернулись. Представляете, какое лицемерие. Они просто взяли автоматы, они сами рассказывают, не скрывают. Они просто сделали, говорит, вид, говорит. Вот и все. Вот, пожалуйста. Они взяли автоматы, и у них уже там появились автоматы. Сейчас понимаете, что, смотрите, вот Максим, давайте логично. Смотрите, они из-за нас не могут попасть в Европу, потому что их паспорта не принимаются. Они берут российские паспорта с трудом. Раньше им дарили эти паспорта. А сейчас не дают? Нет. Сейчас он должен перейти в Россию. Он там получит с мучением гражданство. Он должен стать гражданином России. Потому там очень мало Апсу остались в Абхазии. Там большинство сейчас армяне. Самое большое количество там сейчас армяне. Это где-то около... У них российское гражданство. Ну, как бы паспорт есть, но он такой не признается там.
российское гражданство якобы там написано. Да. А один парень, он тоже, ну, я так понял, что у него английская уже фамилия была, ну, в Абхазии, не знаю, я из Абхазии, Сокумский якобы там. И он говорит, я, говорит, хотел устроиться в Москве, говорит, эти, ну, где-то курьером там это, они не признают, никто не хочет брать с этим паспортом. Они вот это, да, который там луком сидит, да, на каком-то льве. Это про кого еще раз? Абсуйский паспорт, там вот так, человек сидит. А, нет, это да, да. Нет, но они якобы там какую-то корочку, что там российское гражданство написано. Но здесь его никто не признает, он на работу идет, а они не знают здесь. Вот, допустим, в организации, он говорит, это я не знаю паспорт там, ничего. Это я не знаю, кто тебе выдавал, иди там его разбирайся. В Адлере или в Сочи, или разбирайся. Вот, и они там должны получить нормальный паспорт российский, только тогда они как бы как полноценные становятся. Как бы гражданами, да, России. Ну как в Крыму? В Крыму им в Ростове ставят печать, в Ростове. Им в Крыму не ставят, в Ростове не ставят. Кого хера в Ростов и Крым, бля? Вот видите, что они творят. Вот так вот. Вот вы сейчас понимаете мой гнев, который я излил на этого негодяя. Вы сейчас мой гнев поняли? Нет, я думал, что он другой человек, честно. Я думал, что он... Я потому вам сказал, Максим, кого вы мне подсовываете, понимаете? Который нет, он... я думал, что он, раз он как бы позиционирует себе, я думал, что он действительно... Я ни одному, нет, Максим, я ни одному абсу не верю, который там какие-то дифферанты оттуда нам поют. Вы не помните, этот историк тоже говорил, что у него есть друзья, коллеги грузины. Но вы слышали, какой он ересь нес? Да? Вы знаете, какой этот интервью записывает Ибрагим, как он красиво говорит, сулит дружбу абсуам, черкезам, кабардинцам с грузинами, да? Но вы сейчас увидели его истинное лицо, его истинное чистое, я его вывели, как его, на чистую воду я его вывел, понимаете? Да, на чистую воду. Да, он не один такой ответ, который волнует всю Грузию. И даже вас волнует, и многих людей волнует, которые поддерживают Грузию. Да, даже русские планы, которые, ну, не согласны. Коренных жителей верните, коренных жителей. Тогда у вас разговор будет... Да, конечно. Ты види и скажи, вот я говорю, не про него говорю, а вообще, вот видите и скажите, что все, ну ладно, давайте, мы же независимые, да? Так, значит, русскому здесь ничего делать, России, да, империалисту. Да, а вот мы решили, что давай сейчас мы должны пустить обратно вот этих беженцев. С этого начнем, да? Нет, они молчат. Да. Давайте... Одна Саакашвили разработал целую программу даже автономии, широкой автономии в составе Грузии. Они разработали целую там программу. Да. Вот, говорит, ребят, если вот есть по возвращению беженцев, и вам будет такая автономия, там все есть. Да. Они сказали, что на договор, они сказали, договариваются с Россией. Да, да, они даже не хотят это вот. Абсурд. Ну, потому что они сверху. Смотрите. Смотрите, их руководители, вот эти самоназванные президенты, да, которых не признают, только признают 5 государств, да, встречаются со всеми, и с турецкими, и с иранскими, и этот, недавно этот поход Рамзана Кадырова был там. Его эти, а чеченцы пришли, которые мне доказывают, что Чечня это не враг Грузии, да, Чечня не враг Грузии. Они поздравили независимостью Абхазии. Видел, что видео вот это вот. Вы видели, да, я когда видео выложил, они поздравили независимость. А после того, когда я говорил, что Чечня это враг Грузии, чеченцы, как ты смеешь нас называть врагами, когда мы вас защищали от... Слушайте, когда чеченцы от русских нас защищали, вы скажите мне. Мы вас защищали! Мы вас защищали против от русских. Благодаря нам, русские, вас не снесли с карты земли. От главы республики, Чеченской республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. И поздравления для всего абхазского народа с прошедшим праздником, Днем признания независимости, с наилучшими пожеланиями. Мы знаем, в Чеченской республике любим, уважаем абхазский народ с его богатой древней историей, культурой. Мы дорожим нашими братскими отношениями, знаем, с какими проблемами исторически на разных этапах истории приходилось столкнуться абхазскому народу на пути к своей независимости. От себя лично, от министра здравоохранения, Рахана Андреевича, хотим вас поблагодарить, что в своем плотном графике, насыщенном плотном графике, нашли возможность, время лично встретиться, очень приятно.
Я не могу ни одного факта найти, что вот какую-то историю чеченцы, а то говорит, вы стерли вас, говорит, с лица земли. Русские, если, говорит, не мы. Господи, господи, да ладно, как они. Ну, хрен с ним, понимаете? То есть, представьте, со всеми говорят, но когда напрямую хотят с ними поговорить наше правительство, любое, да, они говорят, с Россией поговорить. Причем тут Россия? Ты же независимая как будто, да, в плане этого. И ты же говоришь, что не Россия тебе помогал, а ты сам меня прогнал. Да вот смелый, что Апсуа, без помощи чеченцев, без помощи черкесов-кабардинцев, без помощи этих дагестанцев, турков, иранских каких-то этих наемников, без России. Они же в одиночку нас прогнали, да, этих, как его, хваленных Мишвеле, грузин, да, помоги грузин. А почему ты меня посылаешь вообще другому государству? Я пришел к тебе как государство Грузии. Ты говоришь, что ты само название, ну, то есть ты независимая Абхазия, да? Я хочу с тобой решить какие-то проблемы. Он говорит, нет, давай с ним. А это правильно? Это о чем говорит, что все назначаются сейчас с Кремля. Да, конечно. Он прям приезжал туда, помощниками, да, президента. А, как и у нас. Как и у нас. Да, и он назначал... Когда у них какие-то хипиши там были, он прям кого выбрать, там, кого поставить, он прям назначал. Вот и все, как бы, а что дальше можно? Нет, мне лицемерие и паскудное поведение этого негодяя, вот этого Ибрагима, меня просто выбило из себя. Я честно говоря, думал, что вот он по-другому совсем, вот воспринимал его, по крайней мере. Да, вот. Да, красиво говорил, я знаю, Максим, да, я знаю. Как бы, потом мне звонит: Максим, давайте с вами поговорим сейчас без него. Потом, когда вы позвонили, опять он здесь, типа, это самое. Да, потому что он хотел вас наедине, как я сейчас с вами говорю, вот так, да, наедине вас поймать и обработать, то есть, понимаете? Обработать, да, но он что-то не, как-то он... Да, понимаете, что дело? Меня бесит, больше всего, знаешь, что вот когда он приезжает в Грузию, во-первых, как он смеет это? Этот негодяй, вот этот, тварина своими грязными ногами, убийца вот это, ходит по этой земле. У него даже под землей, под ногами земля должна гореть с грузинского, этого карателя, убийцы вот это, Ибрагима Ибрагимовича. И этот, как его. Вот мне знаете, что интересно, когда он это тут собирает грузин и выходит на трибуну и там говорит о мире и братстве, и дружбе, и о каком-то будущем. Вы помните этот Остап Бендер? Читали Ильи Петровича? Мне очень нравится этот произведение «Дунес Сулет». Помните, когда он рассказывает, как шахматы там с космоса прилетят, и будет тут планетная, межпланетная, космическая, это шахматы тут. Помните, да, как он, да, вот помните, как он вообще вещает там, и ему никто вопрос не задал. Слушай, а что такое ракета? А что такое ракета? И кто такие инопланетяне? Ведь в то время... Неизвестно было слово «ракета». И понимание, как она выглядит, неизвестно было, ракета. И это инопланетяне при Советском Союзе вообще про инопланетяне и ракеты не говорили. Не говорили. Да, потому что в Бога не верили, потому что в Бога не верили, как можно верить в каких-то инопланетян. Поэтому это все было тайно. Даже в газетах об этом не писали. Понимаете, в чем дело? А вот мне знаете, что интересно, когда Ибрагим Ибрагимович выходит перед грузинским аудиторией, вот эти некоторые проститутки, которые ему хлопают, как Остапу Бендеру, почему не задают вот такие вопросы, как вы задали, крайне мудро и спокойно, и я понимаю ваше спокойствие, почему вы такой спокойный, а я понимаю, что такой гневный и агрессивный против него, я увидел его лицемерие и лукавство. То почему не задают, вот да, вот сейчас вы хорошо говорите, а как насчет беженцев наших? А как насчет того, что вы воевали против нас, и что вы признаете, что Абхазия это грузинская территория или не грузинская территория? То есть почему вы такие вот жаркие вопросы и нужные вопросы ему не задают? А просто хлопают, они проститутки, понимаете? А когда я ему задал, он что ожидал, что он будет сейчас меня здесь обвинять в каких-то георгиевских трактатах, каких-то этих танках, и я это послушаю, а потом скажу, что а сейчас мы должны подружиться, да, и я это должен принять? Да я плевать хотел на тех, которые убивали мой народ, понимаете? Я их воинами не считаю, воины убивают и не насилуют женщин. Он дом не приходит с оружием, воин.
Он разбирается, он разбирается с мужчиной воином на поле боя. А если он придет дома, а там женщина, он должен или его спрятать, или уберечь, сказать: матушка, что вы тут, идите отсюда. Вот я помню такой кадр, я выложу, когда женщину находят грузины. И говорит: мать, уйдем, здесь сейчас АПСО придут, русские, казаки придут, уйдем. Говорит: нет, нет, я потом сам выберусь. Вот так они должны были поступать. И не так поступали. А он сказал, что давайте приведем итог. Итог. После моего гнева, после ваших мудрых вопросов, после моих гневных вопросов, что он обозначил? Первое. Россия — это не империя. Что Абхазия — это не Грузия, а Абхазия. Что насчет беженцев он ничего не может сказать, потому что он мог сказать, что да, надо их вернуть, но я не решаю это, но я хочу, чтобы они вернулись, но он этого не сказал. Третье, он не может сказать, что Россия — это империя и оккупант, и захватчик Черкесии и Кабарды. Это его вопрос. Почему он сказал, это его, как бы, да, их уничтожали. Почему он сказал, что империя — это захватчик? Да. И вот... и самое главное и простое, он до сих пор считает, что это был для него честь и гордость воевать против грузин. Да. А вот итог. Что я из этого должен вынести? Этот Ибрагим, простой паскуда, лицемер, лапшабой, который приходит сюда, на мою землю, навесит лапшей моему народу. А из-за того, что среди моего народа есть такие проститутки, которые ушами верят, а не сердцем и умом, то он здесь у нас и гуляет от души. А я вот выложу его беседу, и многие увидят. Саакашвили принимал с ним, я встречался, но он что, не видел, что он такой вот человек? Вы знаете, это Саакашвили открыл вот эту ересь в больнице, не надо было открывать. Это политика, которая не работает, понимаете, в чем дело. Ладно, ты попробовал, да? Не получилось. Саакашвили у нас был 9 лет. За 9 лет то, что он поменял в Абхазии, ни хрена не поменял. Так зачем надо было 9 лет терпеть вот их вот эти похождения за бесплатное лечение, за наш счет, а потом оттуда матерщина и то, что Абхазия — это Абхазия. Вы понимаете, что они еще за наш счет выживают, вы это понимаете или нет? Они завозят российские товары и там продают, но для себя лично они не покупают, они переезжают в Грузию или звонят своим родственникам, там говорят: «Нази! Купи мне вот это масло, вот столько ящиков, там муку, и на гумисте приведи на мост, я там тебя встретит мой Азовчик и заберет». Да, это Ахуба тебя встретит и Ахуба заберет. Но Нази не пустят туда. Ну, Нази обязан туда принести ему продукты. Да, он должен принести. А Нази принесет, потому что Нази — это же грузинка. И он не бросит своих, да, каких-то бывших соседей или бывших каких-то школьных друзей. Не бросит. Какой-то там потом Азор Ахуба придет на машине и говорит: Азорчик, спасибо, это Нази, спасибо. Да, без стыда еще, забудь туда и уйдет. А Нази вернется себе домой и будет мечтать: а когда я попаду в Сухуми или в Абхазию? Вот это. Вот это меня и бесит, понимаете. И многие из-за этого то, что я какой-то головой ударит. Я не головой ударился, а мне это бесит просто-напросто. Вот это несправедливость по отношению моего народа и то, что у меня есть такие проститутки среди моего народа. Понимаете, вот это меня бесит просто-напросто. Во мне нету ни шовинизма капли. Во мне... Если бы я был шовинистом, я бы с вами не беседовал бы, Максим. Вот именно, я тоже даже и не... Вы русский человек, который жили в Абхазии. У меня еще есть подписчик, некий осетин, молодой парень, у меня, он и в друзьях тоже в мессенджере. Если бы я бы шовинистом был бы, я бы хрест два с кем-то там говорил бы, вообще вот так сидел бы, с уважением общался бы к вам. Конечно. Я не шовинист, просто-напросто, понимаете, как это фильм, мне за державу обидно, мне за родину обидно, за мой народ обидно, что вот так нас обманывают, понимаете. Но при этом никто не хочет признать свою вред
по отношению к моему страданному народу. Хрен с ним, что я пострадал, ладно. Я очень часто об этом говорю, потому что я хочу донести свою боль. Потом я повторяю часто, потому что я каждый раз встречаюсь с новыми людьми. Там мне пишут, что ты постоянно об этом говоришь, что ты воевал. Я хочу донести до каждого человека чужого, что я пострадал, и что мне наболело, и что мне болит. Понимаете? Поэтому, если бы я говорил бы с одним и тем же человеком, я бы ему не сказал бы 10 раз, что я воевал, там брата убили. Нет, я с каждым новым человеком доношу свою боль, чтобы они поняли, что я, от чего я страдаю. И так мой народ, у каждого погибло там кто-то. Жители, которые, да, пришлось, как говорится, уйти, да, с своих мест, которые там отцы жили, матери, дедушки, бабушки. Вы шутите, около 500 тысяч гонимых грузин на своей территории из Шидакартли и из Абхазии, из Самачабу. Трофеи там есть, они вывозили сухуми. И беспредел творился, расстреливали. Это трофей. Ну, короче, вот, они даже как бы не могли ничего сделать там, командиры. Это ходит как анекдот, но это настоящее, случился по-настоящему. То есть маленький Абсуа спрашивает своего отца. Папа, почему, говорит, грузины, говорит, так, говорит, богато, говорит, и хорошо живут, говорит. У них, смотри, какие дома, говорит. Какие, говорит, у них машины, говорит. У них каждый день, говорит, застолье, говорит. Они, ай, чушь. А мы, говорит, вот так, говорит, живем. Он говорит, не волнуйся, сынок, говорит, скоро это, говорит, все наше будет. Ну, вот, пожалуйста. Вот этот, что у них был этот депутат, я не помню, этот. Он и сейчас тоже в политике там находится. Батя, которого он говорил, что батя или нет? Нет, совсем другой. Он даже там во время Абхазской войны на кадрах тоже появляется. Такой толстый такой. Он в одном интервью признался, говорит, что мы еще 1950-х годов, говорит, по всей России, говорит, закупали, говорит, то там, то так, говорит, пулеметы, говорит, и оружие, говорит, и привозили тихаря, говорит, и закапывали, говорит, в земли. Мы, говорит, готовились к отечественной войне, говорит, освободить свою Абхазию, говорит, от оккупантов, говорит, грузин. Они сами признаются в этом. Ну, вот это, не... вот это черкесы, как они занимались грабежами, да, и в 18 веке, и 19, и так они продолжили сейчас. Да, да, уважаемый. Недавно я материалы выложил, уважаемый, где сами Абсуа признаются, что они два раза сбили пассажирный самолет. Один, говорит, упал в море, говорит, сами видели, а другой, говорит, упал. Это даже Россия уже говорит, что да, это все признали. Да, а я там был в это время, в аэропорту, меня должны были вывести этими двумя самолетами. Я там был, я ходить не мог. Я сам видел, как оба самолета подбили. Один летел с Тбилиси, то есть с этими... помощью летел. Его сбили и сел. Но до этого из аэропорта взлетел самолет с беженцами, детьми и ранеными. Дети и женщины были. Да, это был пассажирский самолет, не военный пассажирский, не военный. Там мужчины даже, не солдаты, не мужчины, там женщины, да. Дети. Там были могли женщины. И по директиве у каждого самолета есть свой номер, бортовой номер. Это гражданский, а это военный. По директиве вот этого, что крутится, и там он показывает номер самолета. Они не имели права сбивать гражданский самолет. Понимаете, что? Ну, они сбили, признались, говорят, мы, говорят, сбили, а их наградили за это. Что они убили мирное население, которое упало в море. И вот сейчас вот этот паскудный человек, вот этот негодяй, который мне говорит, что я должен уважать и воина на той стороне, воина уважает за достойное, понимаете, что он воин. На поле боя, который с тобой, а который уничтожает твое мирное население, он не воин, он каратель, понимаете, он садист, он палач. А скольких он расстрелял этих раненых ребят, грузин, он скольких расстрелял пленных грузин, он в этом признается, когда я ему задал вопрос? Хрен его знал, признается. Он говорит, я, говорит, не расстреливал. А кто это знает? Ладно, он не расстреливал. Другие же расстреливали. Он заступился за них. Конечно. Да, из его даже батальона, я уверен. Вы помните, я недавно кадры положил, когда этот русский рассказывает, говорит, там казачки, говорит, расстреляли, говорит, попа, говорит, церкви, говорит. Да, я читал, кстати, эту историю, Амуа.
Это же был Ануа, его этот, ну, как-то... Абсуа, расстреляли они Абсуа, который храм построил. Ануа, я говорю, фамилия Ануа, он был с этим, со священником. Да, с грузинским, священником, да. Абхаз был, да. Чистокровно, они его схватили, пытали, и дочка, не знаю, сейчас Грузии... Она в Грузии, Грузии. Она рассказывала, его пытали, говорит, всю ночь, эти да. негодяи. Да. А казачки пришли, там же инвалиды были, ну, которые, люди немощные, даже они не ходили, они даже... Ну, инвалид, да? А православные казачки, которые дух носителей православного, священника двух этих, как его, сестер расстреляли, монашек расстреляли. Вот эти, боже, царя хр... Да. А вот эти вещи не видел этот? Агриба, не Агриба этот, вот этот, Ибрагимов Паскудный, не видел вот эти, что творили там эти освободители от Отечественной войны, да? Герои, не видел он там? Да, конечно, он видел, но как он не видел? Да, он и все такие, да, командир. Если, да, он командир, да, он был командир, да. Он все видел. Да, вот вы находите мне собеседников, Максим. Я, честно, думал, что он это... Я знаю, понимаете, я вас понимаю, вы хотите мне найти адекватного и достойного человека, или историка, или даже участника войны, который... В чем-то уже, как бы, в себе... Ну, расскажет, что... Да, то есть определился, что была какая-то вина, да. Да? Но вы сами же видели, видите, чем они дышат. А я, кстати, когда говорю, тоже в Абхазии, вот, недавно был, я говорю, хорошо, а вот сейчас представьте, вот Грузия, да, Грузия сейчас как живет, вот сейчас Абхазия была бы с Грузией. Это было бы плохо. Ну, а что там, Сингапур, что ли, не в Грузии? Я говорю, ну не Сингапур, говорю, ну не Сингапур, ну не так, как вот здесь, говорю, у вас, говорю, разруха. Нет, ну тогда уж лучше тогда с Россией быть там. А что там, там что, Сингапур, что ли? Я говорю, я не говорю, что там Сингапур, говорю, или там у них там расцвет, да, этого, цивилизация. Да, у нас свои трудности, у нас свои трудности. Свои трудности есть, но, ну вот они рассчитывают, так считают, что, да нет, с Россией лучше. Ну, пусть и будут с Россией, как понятно, но то, что их не этнос исчезает, они этого не понимают. И, кстати, я, кстати, он даже читал тоже, вот, они даже кальвы говорили, армяне приезжают, и специально такая даже программа есть у России, чтобы эти армяне, пускай там заселяются потихонечку, потому что они стратегические партнеры, они вроде как свои. А эти потихонечку, да, уйдут, идут армяне, там русские, я не знаю, кто там, ну, якобы это уже не будет. Абхазия, это уже будет совсем уже, я не знаю. Там. Великая Армения. Черноморская они, Великая как Армения. И даже в Крыму они делают. Сейчас они тоже этих армян туда говорят. Да, это армяне у них везде, потому что это очень верные, подданные России армяне. Они всегда за Россию матушку. Они вот так же себе испортили дело с турками. Хотя вот я с армянами такого знаю, они говорят, о, наш Ереван, я наш Ереван. И они там целуют, наш Ереван, вот так вот они. Да. Я не знаю. Они прям гордятся. 15 да? миллионов армян, которые не живут у себя на родине, говорят, вот наша Армения, это святая, это великая Армения. Да. А что ты сидишь в Америке или в России? А так или... негде заработать, говорит, и поэтому мы говорим. А, вот так с легкостью родину теряют, и некоторые работают. Да, но зарабатывать надо, деньги. Да, деньги. Но великая Армения все-таки у них в сердцах и душах сидит, да? Да, вот у нас сердце братья. Сам, Максим, супруга говорит, что вы очень достойный человек. Спасибо, спасибо. Вот, поэтому, не знаю, Дмитрий, я не знаю, как бы... Не знаю, попытайтесь еще, может, кого-то достойного найдете, не знаю. Нет, да, я хочу найти достойных, как сказать, даже среди, вот, ну, в Абхазии кого-нибудь, да, вот сейчас вот хочу найти, но не могу найти. Вы не найдете. Я, вот, давайте, я могу с вами поспорить. Могу с вами поспорить, на что хотите. Ну, в плане того, что я смогу исполнить, да? Что вы не найдете в Абхазии ни одного Абсуя, лично Абсуя, я говорю, который будет говорить так, как вам понравится, по истине и справедливости, или как мне понравится, я скажу, что ты достойный человек. Вы не найдете. Ни среди молодежи, ни среди пожилых особенно. Они своих детей даже растят в ненависти грузин.
Смотрите, меня сейчас этот Ибрагим Ибрагимович паскудный, я его буду называть паскудным. Вот этот паскудный, да, я ему кликуху дал паскудный. Вот этот паскудный человек меня обвинил в шовинизме. Меня обвинил в том, что я похож на Жириновского. Но почему он ничего не говорит против того, что там дети поют? Мы прогнали грузинов, бишвеле, эти паскудные грузины. Детей зачем мне мозги-то отравляют? А это как, это не шовинизм, это не нацизм, это не фашизм. Это не одно. Смотрите, все грузины, которые песни посвящают Абхазии, грузинские песни, Абхазии, да? Вы посадите грузина, мне не надо доверять. Вы посадите грузина, крайнего грузина, просто даже вот в России найдете, скажите, переведи мне слово. Там, знаете, что поется, что Абхазы, мы, их абхазами называют. Абхазы, мы вернемся, мы подружимся абхазами. Признаваться в том, что да, мы виноваты перед грузинами, мы не знаем, как исправлять, но я с вами согласен, что надо исправлять, что надо вернуть беженцев, нам надо извиниться перед вами. И вам надо перед нами извиниться за какие-то плохие вещи, которые вы со своей стороны делали. Мы должны пожать руки, обнять друг друга и начать новую жизнь. Вот вы такого не увидите. Они хотят одно, чтобы мы были виноваты, чтобы они были правы, чтобы мы признали их независимость, чтобы мы помогали им во всем, чтобы они выходили в Европу. Они получали все, но грузины уже это... А вы там не помните, что он сказал? Сейчас, говорит, уже не то время. Когда я на него кричал, говорит, что беженцев, как беженцев, говорит, он повторил несколько раз. Сейчас не то время. А какое не то время? Какое время мы ждем? Чтобы несколько поколений выросло, не зная, кто такие грузины или столько понаслышке, что мы когда-то фашистов грузин прогнали, и вы думаете, они будут возвращаться грузин? Вы так думаете? Дмитрий, но дело в том, что они не могут даже управлять своей, вот этой, как они называют, независимостью, они не способны. Я с одним человеком разговаривал в Абхазии, он говорит, они, говорит, Абхазы, говорит, ну, вот там Афсо, скажем. Ну, да, да, нет, давайте, я понимаю, вам легче Абхазы, давайте Абхазы. Да, они, говорит, не могут даже, говорит, управлять, не то, что, они, говорит, должны кто-то управлять. Когда, говорит, у нас были грузины, они нам управляли, было хорошо. Это закрыто, если вот кто-то из говорю. Да, я бы в кулуарах, скажем, в кулуарах. Кулуар. Они сами это признают, что они не могут управлять. Или, говорит, Россия должна прийти, говорит, когда уже, говорит, полностью нас забрать. Или как, мы, говорит, тогда уже не сможем. Да, понимаете, в чем дело? Они только не управляют. Смотрите, я и тогда, помните, и этого историку тоже задал вопрос. Как это у вас было? Я говорю, в Черкесии, в Кабарде у вас царя не было вообще, говорю. А вдруг у вас появился царь в Абхазии, я говорю. Как это возможно, да? Да, да, да. Помните, я вопрос задал? Представьте себе, что... Черкесский и кабардинский уклад жизни был как бы не государственный. Нет, нет. Они занимались разбоями и грабежами. Разбоями постоянно. Да, их не общины по отдельности жили, и они занимались разбоями. То нападали на ингушей, то нападали на грузин, то нападали на славянские территории туда. Постоянно занимались грабежами. Они не умеют создавать государство, как это сделали грузины и многие народы создали государство. Они не могут управлять даже своими независимыми, так в кавычках, государством. 30 лет ничего там не построили. Смотрите, даже в плане того, что я не уважаю Рамзана Кадырова, вы знаете, за что я его не уважаю, да? За то, что он свой народ привел к России, да, на Поклон горе. Но смотрите... Вы просмотрите, Чечня как выстроилась. Так, это, так они ему просто деньги вкачали, Путин ему вкачал. Да, так Путин деньги вкачает и там, и там. Я не оправдываю его, но просто я привожу пример, как Чечня сейчас... как сейчас Чечня выглядит, да? Отстроенная после войны, да? Сравнить с Абхазией разрушение Чечни... Они не способны, они просто... Им надо вот как бы просто покушать, где-то... Ну, они бестолковые, честно. Обмануть русских туристов.
Ну, они просто без... Ну, они вот это, кричат, чтобы какая-то... Да. Какая-то... А ты можешь меня ударить? Да, а ты можешь меня ударить? Попробуй мне. Они вот такие, они все они такими были. Нет, они не могут. Они всегда строили. Такими были. Да. Вот даже я помню, приходили, когда строили дома там, да, рассказывали, там, старейшины, ну, это еще было до войны, там, давно-давно еще. Сваны строили, строители были сваны. Вот, они даже никто из там известных, они как не строители, и грузины были строители. И сейчас даже венгрелы приезжают с Гали, кому-то какой-то ремонт сделать там. Ну, кто-то строится все равно, да, почему владение есть там. С Гали приезжают венгрелы и строят дома. Они сами вообще не могут, они не строители, не специалисты, вообще ничего не могут, понимаете, да? Максим, если бы я Абхазию свой Тасо, Саубру, пойма? Уважаемый Максим, если я сам не видел бы Абхазию с детских лет, да, это же не малые года, да, я фактически до 17 лет, да, грубо говоря, я Абхазию видел, я там отдыхал постоянно, каждое лето я там был, зимой нет, каждое лето я там был. Ну, зимой приходилось идти, если там горе какое-то, да, извините. Да, я помню. Да, ну, не отдыхать мы туда шли, там пришли, посолдолезнивали, поплакали, ушли, да. Но каждое лето я там месяц отдыхал, по месяц я там отдыхал. То в Сухуми, то в Гудалта, то в этот Гаграх, то в Гуду. Вот в этих трех областях в Абхазии жили родственники моей бабушки. Братья и сестры, шесть их было в целом. Если бы я не знал бы, чем там занимался, кто чем занимался, я бы, конечно, об этом не говорил бы. На всех постах сидели общие. Их даже в армии не забирали. Как малый этнос надо было беречь. Они то же самое русским говорили, говорят, вы давайте воюете, потому что, говорят, вас много, говорит. Эта земля, говорит, нужна вам, говорит, вы даже за нее умираете, говорит, а мы даже сохраняем свой, говорит, этнос. Какой этнос, я не знаю, кому они нафиг нужны, да, что они подарили миру. Да, пираты были на земле, да, как говорится, а на море были другие пираты. Вот, и, то есть, смотрите, директором даже в детском саду был Апсия. В парламенте было 150 голосов, в парламенте, и лишь только 20 голосов было грузинское, остальное было абсурдское. Как это возможно, когда нация больше, там, грузин было 400 человек, а их было 75 тысяч человек. Как это возможно, да? И смотрите, замами были лишь только грузины. Замами. То есть, что директор делает? Давай, сделай там, надо что-то сделать. Обрати внимание, да? Рабочие кто там были? Фашисты, грузины. Там Абхазы не работали, они занимались другими делами. Сейчас они чем занимаются? Смотрите, попугай там, какой-то разбойника, да, Флинта там сидит, попугай там, эй, там, иди. Таможенник, чтобы деньги брать, гаишник, чтобы там всех это самое. Да. Или бандюга, да, в маске, бандюга в маске, да? Да, это первая очередь, конечно. Да. Сколько русские туристы говорят, что к ним ворвались в маске, люди их разграбили. Сколько русские сказали, что они купили там дома и земли, а потом через какое-то время наехали на них 3-4 бандюк и прогнали их, и деньги даже не вернули. Да, вот чем занимаются. Чем занимаются их не предки, тем они и занимаются. До сих пор. Я же о чем и говорю. Черкесы всю жизнь занимались разбоями. Даже это писал. В 19 веке же уже они были, черкесские все там. Он написал, что, говорит, они тогда еще эти... Приходили даже русские солдаты, там, начало 19 века, они даже умудрялись там кого-то солдатика раз продавать, чтобы в рабство там, а турки покупали. Хотя турки не имели права по договору у них там, а они покупали все равно туда их. Вот, они даже тогда уже все равно этим занимались. Вы «Кавказский пленник» читали? «Кавказский пленник», а кто написал этот? Если я не ошибаюсь, Лермонтов, если я не ошибаюсь. Нет, я Лермонтова мало читал. Я тоже его мало читал, я как бы его не уважаю, но просто, понимаете, как в школе нам приходилось изучать. В школе, я как бы на него, извините, да, плевать хотел, на этого шовиниста и на империалиста. Но, хотя он, я признаю, что был человеком искусства и очень хорошим, но сам как человек не годился, он был империалистом. Понимаете, есть такое произведение его, даже в фильме есть «Кавказский пленник», там одного офицера берут, захватывают, то есть двое идут,
И на них нападают черкесы и кабардинцы. И, то есть один убегает, а другого захватывают. Там знаменитый советский актер играет. И его хотят продать за деньги. И потом он убегает просто-напросто. Но его хотят за деньги поменять. Да, они да, этим занимались. То есть они его в плен взяли не потому, что он враг, а потому, что из него деньги получить. Да, добыча как бы, добыча. Да. Получается. А грузин, если брал пленника, из-за того, чтобы он или враг, или поменять его на другого пленника. Понимаете, в чем дело? Вот почему грузин пленника брал. Даже у них же, они же были черкесы первые, до прихода Османской империи, они были... Часть даже в христианство, то есть миссионеры грузинские приходили, строили церкви, несли им христианство, они приняли от грузин вот это христианство. И говорит, тот воин, который уже не мог набеги делать, дедушка, да, он уже приходил в церковь и там пытался замолить, наверное, грехи или что-то. Но молодые, они, конечно, не ходили там, они... Да, я знаю, в Кабарде, в Черкезии, даже в Балхарии и этот, как его, Карачаи нашли грузинские храмы. Даже в Карачае есть Сванские башни, кстати. Вот, пожалуйста. Сванские башни есть. Скажем так, да, благовестие. Наверное, нас за это и ненавидят, понимаете. Нас постоянно называют, что мы не войны. Грузины не... Цивилизацию, наоборот, приносили. То есть не войну приносили, а цивилизацию. И почему они думают, что мы претендуем на первое место воинов? Мы не претендуем. Понимаете, но... отказаться от того факта, что мы всегда воевали и умеем воевать, да, мы ингуши, то и украинцы к тому же умели воевать, да, то почему-то их это задело, что вы не воевали, потому что они набегами шли, а мы нет. Они, знаете как, у них два воина не бывает, а в мире бывает два воина. Один, который защищается и умеет защищаться, а другой, который изверг нападает. Но они оба воины. Один нападающий воин, который воинственный, да? Который постоянно мирно жить не может, даже на кого-то напасть. Иди сюда, эй, иди, там, подойди сюда, эй. Вот этот. А другой, который, понимаешь, стоит и говорит, слушай, отстань, а то сейчас поможешь получишь. Но он тоже воин, потому что он против тебя тоже идет на своей земле. Понимаете, нас давным-давно уже не считают этими воинами, потому что вы помните этот, если вы видели или читали, я и читал, и видел спартанцы, только не говорите, кто его написал, я не помню. Этот, как его? 300 спартанцы. Читали? Я его на грузинском читал, у нас в Советском Союзе были переводы на грузинские книги. Но я Лермонтова читал в оригинале, кстати, в школе. А вот спартанцы и этот, как его, даже Спартака, я читал на грузинский перевод. Вот там в спартанцах есть такой хороший вещь, когда этот Ксерксе посылает своего одного этого посланника к Леонидасу и говорит, что там землю и воду говорит, хотим. А это знаете, что значит? То есть рабство. Понимаете? Это не то, что правда, они землю хотели унести или воду. Это рабство. То есть признайте, что эта земля моя и вот это море мое, понимаете? И он, знаете, что сказал, говорит, даже, говорит, философы, говорит, Атени, да, и это, говорит, мальчика любящие, говорит, вам, говорит, отказали, говорит, а мы, говорит, подавно спартанцы, говорит, войны, говорит, как мы должны, говорит, вам дать землю в воду. То есть спартанцы других греков не считали войнами, потому что те, знаете, как жили, они там были философами, строителями, кузнецами, а спартанец никогда в руки кувалду не брал. Он лишь только, понимаешь, а там другие работали за них. Там их как-то называли гретики или серепетики, как-то их называли, которые говорили, вы не воюете. Вы просто пашите, кормите нас воинов, мы будем вас защищать, а вы будете получать вот столько-то, столько. И правда, они их не ущемляли. Они правда получали столько, сколько им хватало, чтобы выжить. Вот. А спартанцы лишь только тренировались и ходили с копьями и там войны вели. То есть в плане в этом некоторые северные кавказцы считают, что из-за того, что грузины цивилизацию приносили на Кавказ, письменности, поэты, поэмы, там, песни, танцы, там, какие-то новые одежды, то есть они считают нас не воинами. Людей вина, людей песен, хороших танцев, постоянно мне пишут. Да, вот я признаюсь, братуха, вот это братуха, вот в каждый раз братуха называть чужого человека, вот, это слово теряет смысл святого, да, братуха, брат, братжан, да, там, кардаш, да,
этот, я признаюсь, вы, говорит, как боги поете, говорит, как боги танцуете, говорит, и вино, говорит, и кулинарное искусство, но, говорит, войны, говорит, из вас никакой. Слушай, мы победили дедовские в сражении, которые все летописи называют бой удивительный. Когда мы 400-тысячную коалицию, 55-тысячной армии, грузин, кипчаков, и, этот, крестоносцев и алан раздолбали. Мы победили басияне, малочисленные грузины. У нас никогда не было больше воинов, чем у нападающих. Никогда не было. Мы победили Анцовское битву, мы победили Кцаницкое битву, мы победили Шамкори. Мы, смотрите, вы можете посчитать запросто, вот взять грузинскую историю и посчитайте. 350 боев провели за всю свою историю Грузия. 350 боев. Я говорю про большие бои. Про мелкие стычки я ничего не говорю уже. 350 боев. 220 или 230 боев грузины победили. Лишь только 130 или 140 боев грузины проиграли. Сейчас представьте, что мы не войны. Когда мы малочисленными армиями это, и этими ополченцами это делали. И с кем? С арабами, с монголами, с персами, турками, османами, византийцами, римлянами, хазарами. И еще вот эти северными кавказскими набегами, да? То есть, то есть и туркменами еще, туркменами. Да, то есть кто-то к нам не приходил, да, охренеть. То есть мы не воины, потому что мы не нападали, как и ингуши, и украинцы. Мы никогда украинцы на чужую территорию не нападали, никогда грузины не нападали, и никогда ингуши не нападали. У нас был свой маленький рай, свой маленький краина была, понимаете. И всегда напасть. Да. И все захватчики называли Грузию как самую богатую вот, землю. Говорит, если ты пойдешь, говорит, набегом на Грузию, говорит, я туда принесешь, говорит, богатство не святая этот, как его, мир, который не видел. То есть, эта страна была обоснована на государственном управе. И мы, и наши философы, и наши мудрецы создавали письменности, создавали, это как его, изучали небо, космос. У нас был этот монах и ученый Сухасабор Беляни, который хорошо разбирался, этот как его, звездочетчество. Астрология, да. Прекрасно разбирался. А потом он скончался в Европе. В одном из храмов. Он писал труды исторические, он писал вот эту астрологию, изучал. То есть у нас и астрологи были. И у нас очень много. У нас самая богатая библиотека была на ту пору, который уничтожил Тэмурлэнг. Самая богатая библиотека была. Исторические факты именно от истории. На арамейском, на арабском у нас письменности были, то есть там спрятанные. Наши цари умели писать и читать на трех языках, представьте себе. На арамейском, на грузинском и на арабском. Поэтому вот наша последняя письменность, вот эта, которую сейчас мы пишем в Ваинстуне, она называется Хедрули. То есть на вот это, все вот это, да, вот как мы пишем, это повлияло арабская вязь. То есть они, грузины, на похожую арабскую вязь, буквы переделали. То есть они усовершенствовали буква писания, как арабская вязь, потому что наши цари писали на арабском. А наши монахи писали на двух грузинских языков. Это было Нусхури или Хуцури, то же самое, которое они писали духовные книги. Да? А в письмах или обращении к кому-то они писали на нынешний в Хедрули. То есть, да, то есть, мы вот такой, но понимаете, они считают, что мы не войны, потому что мы, как викинги, там, не бьем и кого-то не убиваем. А меня вот этот Ибрагим Ибрагимович назвал империалистом, мою страну. Он этот одичалый и убогий человек, и крайне не... разбирающийся в терминологиях империализма. Это называется страна, которая занимается захватом чужих территорий и порабощением народов. А грузины кого поработили? Хоть вы мне скажите, вы русский человек, крайний человек, скажите, кого мы поработили? Трудно сказать даже. У нас то, что многонациональное государство, называется, что мы поработили. То есть получается, что только Тбилиси, грузинская, Акахети, Имерети, Гурья, Самигрелу, там, Чавахети, там это, Абхазия, Самочабу, там этот, Марли, это что, мы поработили, что ли? Ну,
Да, сейчас армяне азербайджанцы, да, да, конечно, конечно, это же наши древние. И смотрите, самое смешное, что азербайджанцы претендуют на древность Тбилиси, что это их постройка. И армяне претендуют на тбилисское постройство. Они с друг другом не разбираются. Но зато все предъявили у обоих у грузин. Так же, как и они претендуют, осетине и армяне претендуют на то, что это Витязь Тигровой в шкуре, что-то Руставели, да? Друг другу у них нету этих, как его, что, не, это я написал. У обоих этот, как его, все вопросы к нам. Что говорят, это не вы, а мы написали. Но с друг другом они не разбираются. Вот таком моя страна в положении. Еще вот приезжают вот такие паскудные люди и лапшу вешают. А какие-то проститутки из моего народа, вот таким негодяем убить грузин, вот так по локоть в крови у него рука, и даже извиниться не хочет. Даже признаться не хочет, что Абхазия это Грузия. Что сама Чабло, Шидакартель это Грузия, даже признаться. И даже боится признаться, что Россия это империя. Да, да, вот именно. Сначала начни с себя, что Россия это империя. Тогда уж тогда ты дальше там разговаривай о Грузии. Так что не верьте ему, его живым словам, он обычный паскуд. Паскуд. Какой-то, да, может быть, правда. Да. Или... Он паскудный это... человек. Они кричали, мы еще вернемся, с помощью русских вернемся. И вот тогда, когда уже русский на арену появился, да, вот тогда уже начали они, да. Когда пошли по Абзыбскому вот этому, да, где со стороны вот этого, и вот они тогда начали воевать, потому что добровольцы начали, а они эти как-то... Нет, Это, ну, казаки, я не знаю, когда они, может, казаки, наверное, потом пришли, а вы... Этот, вот этот русский наемник же тоже говорит, что там, говорит, говорит абхазов, ну, он абхазом их называет, что этих абхазов, говорит, было, говорит, очень мало, говорит, там амазоны, говорит, воевали, говорит, казаки, говорит, русские, говорит, чеченцы воевали, говорит. А... Я помню, у вас, Дмитрий, видео было, что там какой-то русский, этот, ребята сидят какие-то, ну, они БДВшники или кто, я не знаю. Ну, они говорили, они не ВДВ, они добровольцы были, казаки они были. Ну да, казаки, да. Казаки. Вы не умеете воевать, мол, и на них вот так чуть-чуть. Это, говорит, ваша земля, говорит, куда вы, говорит, бежите, говорит, да. Нас тут, говорит, уже половина легло, говорит, грузины, говорит, нас вынесли, говорит, вы, говорит, это же, говорит, ваша земля, говорит, вам должно быть сильно перед своими предками, говорит. Да, вот такие храбрые абсо были, да. Я говорю, когда мы в Абхазию вошли, первые части Грузии, я помню, они от нас убегали, они нигде не смогли с нами сопротивляться. Они убегали, понимаете, и за псов они перегнали. Но сейчас спросите любого псу, это мы их прогнали, у нас танков не было, ничего. Мы только кинжалами их вынесли, понимаете. У них кинжалы, которые наши танки резали. У них они такие, молодцы они. Да, они даже в этом плане не хотят сказать, что русские и другие им помогали. Это мы вас вынесли, там никого не было и... Зато потом уже, вот так, лично. Когда, да. Когда война закончилась уже, да, в 93-й, и тогда они два раза еще Гальский район поджигали, два раза приходили после войны. Я знаю. И они говорились, мы начнем вот так вот, и поджигаем все, громим. Чем они хвалятся, что они мирных людей там поджигают? Нет, чем хвалиться? Давайте насчет шовинизма, давайте насчет шовинизма и нацизма. Я говорил с галским парнем, с одним гарским парнем. Просто я вот, правда, иногда забываю, вот сейчас тоже я с вами говорю, и меня иногда этот, у меня 10 минут только записывает. И я когда в пилку разговариваю, я потом вижу, что я по какой-то момент пропустил. А иногда я даже забываю нажимать на спуск. Я помню, что я нажал на этот. Вы понимаете, я с гарским парнем говорю, и он мне на грузинском говорил, он мне рассказывает, как трудно там, что там напьются абсу или русские должны зайти там разграбить кого-то. Он говорит, у меня, говорит, на ноге, говорит, наколка, говорит. Грузинский, говорит, герб этот, борджгал, ну, солнце. Вот у ингушей же такое солнце, а у нас такое круглое солнце, вот такие, вот много этих, то есть круглое. У нас оно даже на деньгах нарисовано. Мы его называем борджгали, то есть солнце, которое энергию показывает. Там должен быть 7 этих лучков должен быть, 7 лучков должен быть. У меня, говорит, на ноге вот этот, говорит, знак, говорит, вот этот, Борджгали, говорит. И я, говорит, когда купаюсь в море, говорит, я купаюсь в джинсах. Я говорю, а почему ты в джинсах купаешься? Говорит, отец, говорит, мне говорит, не снимай штаны, когда будешь, если, говорит, они увидят, говорит, вот этот символ грузинский, они, говорит, просто, говорит, и домой живой не придешь ко мне. Поэтому, говорит, купайся, говорит, в брюках.
Вы понимаете, просто-напросто его за то убьют, что у него на ноге татуировка, татуировка в виде древнего символа языческого периода Борджгалы. Представьте себе. То есть они на все грузинское реагируют вот так. А когда мы тут видим их на машине, когда вот так сидит, недавно вот так мимо меня прошло, вот так мимо меня прошло машина, вот так сидит, номер абсурдский, сидит такой. Не так сидит, что? Не так. Как это грузины туда заходят, что меня не увидят там, что? Как сталкеры ходят. Вот так сидит. Как у себя дома, да? Да. Я в такси сидел, говорю, догони по-братски, я говорю, эту машину, я говорю. Он говорит, старик сидел за рулем. Он говорит, зачем? Я говорю, догони, я просто хочу его спросить, что он думает про войну. Говорит, не надо, говорит, там ты, говорит, молодой, говорит, он там, говорит, начнется, говорит, ну, старый грузин был. Я говорю, я не хочу с ним драться, я говорю, я хочу ему просто вопрос так из машины задать, что ты с Абхазии, да, что ты думаешь насчет войны, надо было воевать или нет? Просто, я говорю, мнение мне нужно, я говорю, он гость все равно этот, негодяй, гость, я говорю, я его сейчас не достану, не буду избивать. Не трону, да, потому что потом скажут, что вот я там был, и меня там потому избили, что он там на своей земле стоял. Я как себе это позволю, да? Просто я хотел мнение. Ну, говорит, не надо, ну там подерется еще, говорит, не надо. Ну, добрый грузин, да, попался. Не, вот, то... я говорю, грузинская вот это вот. Да. А мне так хотелось его спросить, что вот ты здесь находишься вот так, как без стыда, вот так еще руку высунул такой, стыди такой. Просто хотелось, вот ты зашел сюда. Что ты думаешь о войне Абхазии и Грузии? То есть не Абхазия вообще-то Совет СССР, но. Войне между Абхазами и Грузией, что ты думаешь? Вот я, мне интересно было, что он ответит, который зашел на мою землю. А мой, ни один грузин, туда вот так не зайдет. Какой вот так даже не зайдет? Да. Там... Парень, который там живет, и до сих пор они гражданство Абхазии не имеют. Это же как будто независимое. А? Гражданство Абхазии не имеют. Им каждый год выдают прописку на место жительства временную. Вы представьте себе, они живут, они коренные абхазы настоящие, они живут на своей земле. И им, вот а меня Ибрагим Ибрагимович Паскудный объявляет то, что я, у меня прет шовинизм и ненависть, у меня прет. И что он говорит, пока говорит, Грузия будет такими, говорит, шовинистскими, говорит, и этими, то ничего хорошего не будет. А он замечает, как они, эти паскудные, поступают. Что парень не может в море искупаться из-за того, что у него символ языческого этого эмблемы. Он, знаете, что еще, в чем признался, кстати? Вот, говорит, русские солдаты, говорит, более, говорит, мягкие к нам, чем, говорит, абсю. Я вот вам говорю прямо. Я это даже заброшу. Конечно, вы знаете, что я лицо спрячу. Русские, говорит, более мягко, говорит, и понимающие к нам относятся, говорит. Я когда спросил, а как там себя русские солдаты ведут? Он мне сам сказал, говорит, нет, говорит, русские солдаты, говорит, более мягко, говорит, и этот, понимающий, говорит, к нам относится, говорит, чем, говорит, абсо, говорит, абсо, это, говорит, уже смерть, говорит, что-то ему не понравится, говорит, ты уже попал, говорит, серьезно попал, говорит. Они, говорит, постоянно меня, говорит, вот я, говорит, работаю здесь, говорит, на стройке, они, говорит, постоянно, говорит, меня задают тот же самый вопрос, ты же, говорит, грузин, я говорю, да, я грузин, чья Абхазия? Мне приходится говорить, что Абхазия, говорит, это ваша. Это русские говорят? Нет, абсурд. На стройке. Если я скажу, что говорит, это грузинское, меня, говорят, убьют просто-напросто. Я говорю, а почему ты там живешь? Если, говорит, мы все уйдем, говорит, вообще, говорит, Абхазия потеряется, говорит. Мы, говорит, просто зубами держим, говорит. Там единственное вот это район, где хотя бы, ну как сказать, хоть кто-то, да, еще остался, и как, ну они мучаются. Честно говоря, они мучаются, я... они зубами держат, понимаете, в чем дело. Вот сейчас парень недавно абхазский флаг сожег, там, его поймали. Я один раз был в Гале, когда, ну, еще там учился, мы там мандаринами пытались заниматься, что-то купить, продать, ну, жить как-то надо было. Да-да-да. И эти мандарины что-то соберут, а такие люди добродушные. Женщина даже вышла, но она по-русски плохо так, ну, вообще так, не очень. И она что-то принесла, заходите, говорит, за столик, говорит, сейчас... Вы вас угостим, покушайте, покушайте. И они вам угостили там. Вот эти. И она рассказывала потом другие. Я, говорит, в Москву ездила что-то заработать. Но все равно дом здесь, говорит, я приехала, потому что там не смогла, говорит, сюда приехала. Хоть, говорит, я буду в нищете, но дома, говорит. И вот я, говорит, мучаюсь, говорит, потому что, говорит, они нас пришли, а все, сожгли, говорит, дом.
люди заново построили. Второй раз пришли, говорит, опять, говорит, сожгли. Представляете, два раза было, она говорит, мы опять построили. Не, это не шаунизм, это любовь, понимаете, по словам Ибрагима. А грузины это... И да. Просто люди смотрят, вот просто, конечно... Вот вы сейчас понимаете мое агрессивное и яростное состояние. Понимаете, почему у меня такое вот состояние? Если бы я встречался, вот как вы, русский человек, из России, с адекватным человеком, не потому, что вы поддерживаете меня, нет, потому, что вы знаете истину и об этом говорите. И вы сами признаете то, что Россия оккупант. Да, я вас поддерживал, или там вы там... Мне это не нужно. Знаете, вот так просто меня поддерживать ради моего усложнения слуха, мне это не нужно. Но понимаете, в чем дело? Когда человек искренне признает, что он из страны, которая себя плохо ведет, что он ведет политическую, оккупантскую, захватческую, да, я всех таких людей уважаю. Потому что они истину говорят. Это не сразу пришло, это, понимаете? Была же пропаганда. Я думал тоже, что там грузины пришли на танках. А потом, когда я начал смотреть и читать какую-то информацию, да, из интернета, не из телевидения, а из интернета, тогда я начал понимать, как бы вот это... Вы крайние информации читали, английском, на этом, на грузинском, да, это там, какие-то европейские каналы. Честно говоря, когда вот, наверное, я начал интересоваться Саакашвили, да, вот я вот начал интересоваться именно по Грузии, почему у нее такие реформы получились там и так далее, когда вот я начал историю заодно вот, как бы штурить. Почему это все произошло, и тогда сознание пришло. А вот эта пропаганда большинства, они же правильно говорят, да, одно и то же ты слышишь. Да, да. Думаю, что грузины там, это, они напали на абхазов. Я даже своей вот этой с женой подруга, она, ну, она там приезжает тоже, мы там дружим с семьей. Она говорит, блин, а она говорит, так а абхазы же не хотели просто жить, а как же, они же не хотели с грузинами жить. Не, я понимаю, мне это тоже русские очень часто говорят, а вы, говорит, спросите, почему они с вами жить не хотели, но да, почему? Да, но... А Чечня хотела, говорю? Или... Вы знаете, какой вопрос задаете? Вот, ладно, абсо не хотели жить с грузинами, но почему они забывают, что там 400 тысяч грузин жили, которые не хотели уйти из своей родины? А их почему не спросили? И почему референдум не провели? Потому что знали, что большинство голосами они референдум проиграли бы. Они сперва устроили войну, прогнали, а потом уже устроили референдум. Нет, просто я хочу сказать, что русские должны понять. Да. Они говорят, что там кому-то они помогают. А почему они свои народы угнетают, и те народы, которые хотели отделиться, они им не дают. Вот когда с себя начните, а когда уже за других заступаетесь там, как они говорят, мы за Украину заступаемся, за какой там народ непонятный, русскоязычный, какой-то ересь какой-то придумал. Так и думают они везде, в Молдавии, да, в Молдове, что они делали. Продестрою, да. Да, со всеми же, как вы с себя начните. Если вы говорите, что мы защитники, значит, вы должны освободить те народы, которые вы не хотят с вами жить. Я согласен с вами. Хорошо, Максим. Я, детишки там у меня тоже кричат. Я вот это и хотел вам сказать, что там я услышал несколько раз, дети там бесятся. И... Здоровья детям, мир вашему дому, вашей семье, благословения Всевышнего, и чтобы вы не болели бы, были бы всегда в победе, как грузин говорит, на работу. Ну, буду, может, кому-то, не знаю. Найду. Вы очень хороший человек, потому что у вас есть, понимаете, что черта не верить, а искать истину. А это самое главное, потому что если вы будете просто верить, это то же самое, что этот, как мантра. А если вы ищете еще, это уже мудрость. Всего хорошего. Спасибо, спасибо, Дмитрий. Свяжемся еще. Всего хорошего. Спасибо. Вот вы увидели. Этот человек себя раскрыл. Понимаете, очень легко, когда ты стоишь спокойно у трибуны, когда тебе не задают горячих вопросов, когда тебе не задают острых вопросов, когда тебе не задают таких вопросов, которые просто-напросто тебе приставят к стенку, а просто, знаешь, тебя слушают, хлопают, и ты свободно там языком, элементарно вешаешь лапшу на уши грузинам, чуть и кровь недавно
пролил, расстреливал грузы. Ну а сейчас ты просто зашел в эту страну, не извинился, но смеешь еще читать лекции нам о каком-то дружбе и начинании заново. Я тебе скажу, как начинается заново. Ты паскудный существо, и такие, как ты, которые проливали кровь моего народа. Вы сперва должны извиниться перед грузинским народом за все это зверство, садизм, геноцид моего народа. Потом вы должны запустить туда наших беженцев, вернуть нам наши дома. Вот-то потом, вот потом, уже можно подумать о каких-то начинаниях отношений между нами. А до этого просто-напросто вы паскудные твари, понимаете, в чем дело. Те, которые стреляли в грузин, убивали население грузинское, насиловали детей, меняли их на бензине, резали горло, расстреливали в Сухуми, в Гаграх, расстреливали людей на улице, проводили этночистки, выгнали оттуда с помощью России 300 тысяч грузин. Вы все твари паскудные, больше ничего после этого. Достойный человек, если понимает свою ошибку и вину, он признается в этом, а потом уже исправляет. Но вы от нас знаете, что хотите от грузин? Чтобы мы вам помогали, опять же, сделать из Мухосранской Абхазии рай, как она и была во время грузин. Когда там вами командовали грузины, и там строили грузины. Там все построено руками грузин, наших предков. Вы даже не можете за 30 лет построить, сделать государство не можете. Вы даже на это не способны создать государство. А сейчас вам грузины нужны, чтобы вам прорезать окно в Европу. Вы хотите признание со стороны Грузии. Вот вам признание со стороны Грузии. Вот. Плевать я на вас хотел, те, которые проливали кровь моего народа. Верните обратно гонимых грузин в свои дома, которые вы передали армянам, чеченцам, кабардинцам, черкесам, казакам передали наши дома. Верните нам наши дома, извинитесь перед нами, а потом уже там глаголствуете и лицемерствуете, едут, проводите лекции о дружбе. Как хвост собаки не выпрямится, так не выпрямится душа обсе, разум обсе и сердце обсе не выпрямится. Ни один из северных кавказских народов ни один не извинился перед грузинами за свою вину перед грузинским народом. Но зато нам вешают на лапшу на уши, что мы братья, и мы говорят, что какой-то злой грузин нарушает наши братские какие-то космические чувства. Вы что, вы правда охренели там, а? Какие братские? Брат рядом со мной стоял в то время. А вы против нас воевали, стреляли. Какое братья тут? И до сих пор вы молчите, как рабы, ничего не говорите об этом. Вам нравятся грузины добрые, которые вас принимают, и вам не напоминают ваше зверство. Зверство из вашего народа. Некими подонками и негодяями. Вам нравятся добрые грузины, да? Вам нравятся добрые грузины, вешать им лапшу на уши. Вам нравятся добрые грузины. А надо быть злым грузином. Надоели уже своим этим лицемерием и паскудничеством. Сперва стреляете, потом говорите, что мы братья. Я таких братьев в гробу видел, в белых тапках. Брат мне тот, который рядом со мной в трудную минуту, который меня поддерживает. Вот кто мне брат и друг, и добрый сосед. Любят они добрый грузин. Вот потому мы страдаем, что вот так вы считаете нас добрыми грузинами, с которыми можно обмануть, убить,
прогнать, а потом добрый грузин меня примет. В Грузии должны быть габразебули картолями. Должны быть злые грузины, должны, грузии. Чтобы все эти паскудники, которые повинны в крови грузин, поняли, кто такой грузин наконец-то. Надели свои лицемерие, лукавство, надели уже, как змеи лукавые были. Сперва стреляете, убиваете, прогоняете, а потом говорят, мы братья, братья, а какие-то злые грузины там нас ссорят между собой. Я вас ссорю. Нехай было поднимать оружие на мой народ. Приходить в мой дом и стрелять в моем доме. Грузины в ваши дома не приходили, негодяи. Те, которые повинны в убийстве грузин, сперва извинитесь перед нами, всеобщее. Потом исправьте то, что вы испортили. Вот потом поговорим. Те, которые убивали мой народ, вы паскудные твари, лицемеры и паскудники. Я не верю ни одному вашему слову, ни о братстве, ни о дружбе. Я все сказал, остальное вам решать.